нормально, нет? Нормально? Видно, слышно? Нормально, нормально. Нормально, нормально. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет. С вами, как всегда, я, Алексей Харт. Кто правильно? Хартплей, да, с вами, как всегда, на пожилой связи. Counter-Strike 2. Потомкам обращаюсь, сегодня 1 октября. 23-го года, и у нас прохладно, да, там морозы какие-то обещают. Я зашел, посмотрел, дубильник везде, сейчас все начнут ныть, что батареи пора включать. Да, а я пока нет, я пока терплю, да. Значит, заехал к матушке, набрал яблочек. Яблочко, красивое, как с картинки, да. Значит, буду сегодня его кушать обязательно на стриме. И сегодня самое главное, это сколько Элла нам дадут. Соло рейтинг мы проиграли всего 2, одна ничья, остальные все победные. И очень неплохо играем на самом деле. Да, нам осталось выиграть одну карточку. Я думаю, что ну, больше 12 даже должны дать 1000 элла. И, ну, а там посмотрим. Там как бы, да, загадывать не будем, так что как-то так. Параллельно я тут на маркете немножечко потрейдиться хочу. Сегодня опять в очередной раз выросли ценники. Это просто замечательно, это великолепно. И, конечно, сам Бог велел поторговаться. Поторговаться, напоминаю, сейчас инвентарь. На сегодняшний день у меня где-то 15, где-то, я думаю, в районе 15. Да, так что вот как-то так вот, параллельно как раз 2 скинчика продаю. Вам всем огромное спасибо, огромное количество ребят, которые у нас что сделали? Что? Правильно. Пришли, сказали: Алексей, мы все, кто повторит тебя, смотрим, мы тебе тоже рады, там с Дальнего Востока мне привет передавали, да, очень приятно, да, там работяги, всем. Хорошего настроения. В первую очередь, я вам сегодня постараюсь его поднять. Сегодня мы с вами поиграем, мы зафиналим. Наконец-то хочу посмотреть все-таки, сколько Элла нам прилетит. Потому что киберспортивная единица как бы форму свою не потеряла, как показывает практика. Вот. Так что я параллельно пока трещу, запускаю КС-очку. Вам спасибо огромное за подписки, за лайки. Мы идем с вами к 3 миллионам подписчиков. И напоминаю всем то, что на 2 миллиона в телеграм-канале будет разыгран iPhone 15. Почему на 2 миллиона? На 200 тысяч подписчиков. Точнее, в телеграм-канале Hard Inside будет розыгрыш iPhone. Ни гиф, ничего, просто среди наших подписчиков, просто подарок нашим ребятам. Нужно будет просто подписаться на канал Hardplay на YouTube и на телеграм-канал Hard Inside. Пишется Hard Inside, я думаю, вы все знаете как. Вот так, вот. Вверху Hard Inside, да, кто надо, тот на паузу поставит. Спасибо всем за подписки, очень-очень-очень приятно. Ну, а мы тем временем, кстати, маркет что-то очень-очень-очень дуркует сегодня, да. Что-то в последнее время вообще многие вот эти все системы работают слабовато, да. Ну, а мы тем временем заходим в КС-очку. Я бы все-таки сегодня в виде исключения подразмялся. Подразмялся почему? Потому что, знаете ли, немножко надо пострелять, да. Потому что не хочется первую, как всегда, проигрывать. У нас с вами традиция: или в ничью, или проигрыш первый, потом все вины. Так что как-то так. Привет-привет всем, ребят. В чате обязательно не спамьте, потому что бот откинет. Привет, дядь Лёш, здравствуйте, всем приветик, всем здрасте, всем привет. Да, все, кто хочет оформить, кстати, напоминаю, платную подписку, есть канал Boosty. Туда же я выложил видосик, буквально вот давеча, что, какой автомобиль приобрел на выигранные деньги с CSGO рано. Да, да, там еще скоро видос на YouTube будет, и потом еще, там еще один видос, там кое-что хочу с этой тачкой поделать. Так что как-то вот так. Так, давайте немножечко постреляемся, чуть-чуть поразминаемся, вспомним там, какие кнопки куда нажимать. Нас интересует... Что-то, по-моему, не за ту сторону я зашел. А. Да, в принципе, нас, наверное, вот так вот тогда интересует. Вот. Сейчас, секунду, я еще выключу рандомный подбор стволов. Раз и два. Все. Идеально. Ну, пойдем немножечко. Покликаем, потапаем.
помним, куда тут вообще. Очень страшно. Максимально, насколько это возможно. Так, набриваем работяг. Неплохо. Разминка, кстати, стала более такая пободрей. Немножко пооперативнее. Я не знаю даже, как ее правильно назвать. Но такая она прям пошустрее стала. И очередные кипишники. Очередные кипишники, связанные с тем, что находят люди все новые и новые баги в игре Counter-Strike 2. Дошло это до того, что сейчас все начали пенить. Сегодня вот читал статью, то, что типа, блять, какого хера на ходу стрельба. Так что, короче, как-то так. Почему у тебя ДМ не лагает? Почему у меня должен ДМ лагать, если у меня хороший, бодрый комп? Почему он у меня должен лагать? Непонятно. Непонятно. Ну да ладно. Так, меня интересует калаш. Очень сильно. А если быть немного... Если быть немного конкретнее, то именно тапы с нашего любимого автомата Калашникова. Отличные этапы. Пойдет. Чувак кемперит за ящиками. На разминке. Кого, блядь? А? Я же не один это увидел. Я же не один это увидел. Интересно, какая у него мотивация? Типа, где логика в сидении? Ну ладно. Логики, знаете, вообще в этой игре маловато. По поводу дальних тапов до сих пор так и не могу понять. Остается загадкой по поводу именно дальних тапов. Как вообще летит пуля? Пуля летит, если честно, как членуля. Абсолютно никому непонятно и очень, конечно, интересно. Так. Разминочка у нас тем временем идет полным ходом. Очень весело и вкусно. Так. Окей. Да, я понял, с двух сторон. Бывает. А где? Нет. Нету. Два хеда с
с калаша. А? Не понял. Зажим пока не пойму. Да ёпта. Хорош меня сюда спотать, парни. Попал. Ту-т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 у. Ну, конечно же, спита забирают. Да, сейчас вот здесь постоим. Знаешь, что, стрельба, я сейчас вам скажу, в каком плане изменилась. Она стала очень интересной в плане... Короче, как доводить спрей... Очень интересно стало. Но спрей-контроль, вот к нему у меня есть вопросы. Он стал странным. То есть, ну, такое вот. Спрей стало, мне кажется, проще, что ли, контролить с калаша. Я не знаю. Ну, короче, как-то по-другому стало. Ну, неплохо. Так, все, погнали. Аленочка, спасибо огромное за подписочку на Boosty. Всем, кто в офлайне подписался, огромное тоже спасибо. Ваня, Максим, Локдок, Театрал, Оксиген, Степан, Дмитрий. Спасибо, это кто в офлайне подписался. Ну что ж, а мы начинаем. Премьер-режим и финал остался. Уже ребята, кстати, на 23 тысячи насобирали. Неплохо, неплохо так. Очень плотно таблица идет. Кстати, со скольки она вообще начинается? Интересно, по Европе. А, первые 1000, что ли? А, с 14 тысяч начинается таблица. Окей. Сейчас посмотрим, попадем в нее или нет. Маленько, прям 5 минут покликал. Двадцать плюс дамага, теперь ассисты. Ну, не знаю. Первый раз против меня не пати попалась. Господи! А что приключилось? Что такое? Я мираж возьму, кикну. Эверпас. Угу. Гений. Давайте, парни. Тридцать 4К будет, как у всех. В тот раз на 12 тысяч откалибровались, в этот раз 34К. Чел, ты... Чел. Вот так вот просто возьми, дома сделай. И вот так сиди. Прекратите, пожалуйста, пените. Уважаемые люди, а ты пенишь. Все заходят, кстати, очень быстро сюда, на самом деле, ребят, залетают. Че, погнали? Давайте поиграем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сколько проиграл? 2. Сейчас винстрик идет. 7 или 6.
Hello. Hi. Hello. Let's go away. Hi. Так, как обычно, первые 5 раундов сосем, даем этот. Короче, даем фору. Поехали. Side A. Go B, go B. Orange. A clear, come here. What A clear? I see how they're going to be. Force and go away. Stop suck, please. Владислав, спасибо огромное. О, минус один. Это что, ты на хардплей? Ну да, здорово. Здорово. Что, ты стримишь? Ну да. А где, на Ютубе? Или на Твиче? Ну, давайте дам, смотри, такую подсказку, ты сразу поймешь. Все негры, они эти. Ты же знаешь, да? Понял. Такой тонкая отсылка. Ну да, прям. Тесто понятно. Здорово, парни. Долго, чтобы просто не отвечать. Где ты стримишь, на Ютубе или на Твиче? Надо сразу как бы. Впечатление, блядь, второй версии игры. Потрясающе. Ем яблоко. 6 подряд вот взял. Вот. Ну, пиздец, хуёво. Вообще пиздец, блядь, честно, брат. Я смотрю на вот эти ноги, блядь. Это просто пиздец. Не, ну касательно... Я уже молчу, блядь, про все остальное, это забей. Чуваки, я просто вот играю, блядь, и чуваки просто бегут, блядь, и на ноге мне все в голову, да, блядь. Да. Вот просто каждый раз. Забей, у нас на стриме уже, блядь, было и застревание, модель в модель. У нас было модель в модели. Мы охуели просто. Знаешь, где-нибудь на турике, блядь, будет. Это будет просто потрясающе. Антихайп. Ну, турик через 2 недели на CS2 будет. Ну это, блядь, я его весь, а тогда я буду смотреть, как будут слезы литься. Ясно, мой цвет. Эмма пикает красный, блядь. Блядь, застрял, нихуя. Гэп. Опять, блядь, 10 кому? Ну что за гений играет? А. Он сейчас через бетон мне в голову дал первый. Не, слева, понятно, меня убил. Вот этот через угол дал. А! Понял, принял. Давай поскорее ебанем. Он под Б. Да, это понятно. Пойдем, пойдем. Выиграем. Не-не-не. Здесь там хуйня играет. На 9-10 тысяч играют. Поехали, поехали. Дальше несите. Пидорасы, блядь. Я останусь. Быстрее, быстрее, я быстрее, я идите. Я сгорю, походу. А я не уйду. А я не уйду. Блядь, петарда здесь. Внизу, наверху она была.
блядь. Это сок? Почему стоял просто? Арампаден. Пойдем, пойдем, заберем раунд этот. Да-да-да, пошуми, правильно делаешь. Желтый ток, не топни. Я цемент взял. Поехали, похуй, все, погнали. Просто поставить. Вообще похую. Бум, блядь. Я ушел, красный. Там же сидит долбоеб. Хотя инфа есть. Нормально. Ну что, может паузу возьмем или... Тип с концами. Полезно. Я думаю, что он с концами, да, ушел. Там сейчас, знаешь что? Там даже если бота нет, вообще похуй. Там сейчас будет даваться бонус. По-моему, еще нам один раунд. А, там типа бабок один... больше, да, 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 да. Да, 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 да. Это, кстати, охуенно на самом деле. Пойдем прям потихонечку, давай повстречаем их, парни. Не спешите, пусть бегут. Все, не спеши, не спеши, отходите. К нам идите. Смотри. Блять, у меня нет флешки. Иду. Подсадку смотрю. Здесь будут в дыму 100%. Не спеши. Пиздец, он, блядь, он просто через углы стреляет. Это же говна это, блядь, КС. Я уже ушел, хуй знает куда. Он, блядь, дальше продолжает стрелять. Просто потрясающая блядь, хуйня. Ну, я же говорю, набегу. Да не-не-не, это забей. Все, видишь, жалуются. Набегу, хуярит. То, про что я говорил на каждом стриме. Просто набегу стрельба. С ними надо просто быстро играть, потому что четверо. Что, пачка? А, пачка, дерьмо. А, нам пизда, да. Парни, смотрите. Нам надо просто... Нас на один меньше. Нам надо просто куда-то бегать вместе, и все. Потому что, ну, это... Хуйня полная. У них вот этот петух, он... Что это, что... Второй, блядь, он просто на ходу стреляет. Просто молча на ноге. Пойдемте, Б, зайдем. Просто дымы и все, и ставьте заходить. Только не останавливайтесь. Каждый раз вместе. Guys, stick together, go in and be. Come on, let's try. Идиот, блядь. Да, потрясающе, блядь. За белым, что? Три, 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 три. Здорово. А, я понял. Зеленый у нас один будет играть. Все, пизда. Кстати, а здесь есть еще такая хуйня? А, нет. Там раньше, помнишь, было, типа, если один выходит? На Сергея Лазарева похож. Что он на меня похож? Зеленый доруинит эту игру.
Бля, ребят, хорошие, как можно попробовать могу? Поиграть. Хуй его даже знает. За я не увидел. На один зачем-то пошел. Ива, play with us, or you suck in this game. Секунд. Сохрани. Лол. Не-не-не, не надо никуда сдаваться. Играем. Это на автоматически предлагает игра. А, это автомат. Да-да-да. Пойдем, а? Давай, давай, давай. Нормально, скинчики, мужик. Да, есть такой. Солидный. Дальше идите. Ждите, я смог направо, да? Чё, блять? Чё? Блять, найс игра для... Подожди, мы голосовали все против. Да, блять, забей, игра. Ладно, давайте, спасибо за катку. Давайте, пацаны. Чего, блять? Все же нажали, нет. Блять! Господи! Какая же это хуета! Автоматом игра предложила... Блять! Автоматом игра предлагает сдаться, так как у нас вышел один чувак. Мы втроем голосуем за «нет». И игра такая говорит: «Не, нихуя, вы сдаетесь». Один за, трое нет. Игра говорит, это поражение. Что? Если один голосует за, то принимается? Тогда смысл, блять, в этом голосовании? И мне засчитывают проигрыш. А, это баг. Блять, игра просто... Я говорю, просто... Блять, как можно скорее нужен по ней турнир. Чтоб ее комьюнити просто ее нахуй снесло. Просто максимально быстро. Хуже и трэшовее я ничего еще не видел. И при этом то, что я играю просто колоссальное, блять, количество времени. Что вообще нахер происходит? Один за, три против. Игра принимает ответ за. Привет, Эстония. Привет, привет из Эстонии. Привет, эстонцам всем, ребят. Здорово, пацаны. Что, блядь? Что это было? Что это за хуйня? Да-да-да, уже новый, короче, прикол, что вот эта теперь фраза «в CS 3 пофиксят» — это, знаешь, теперь как, ну, такая, как, знаешь, как мем уже такой, блядь. Я вообще охерел сейчас. Ты представляешь, на турике реально ситуация. Чел вылетает. Hello. Чел вылетает. Им автоматом идет. Блять. И кто-то нажмет да. Пикрам пошел. А, бля. Мои глаза, ладно. Так, все спокойно. Lot of ramp. B. I think B. No, it's A. No, no, A.
Блять, что происходит? Стой, я ухожу, я же ушел. Я же ушел, блять, куда хеды летят? Я за стеной был. Он, блять, USB простреливает. Да, мои глаза. Что с этой игрой не так, блять? Господи. Пойдемте все в CS 1.6 играть. Это пиздец. Боже, блять. Don't play, guys, don't play. Sell it. Я... Что это за хуйня? Ты стоишь за стеной, тебе с USP, блядь, простреливают. Это вся карта, она из картона. Из мошонки, блядь, разработчика, из картона сделана карта. Боже, блядь. Я не знаю, что сказать. Просто сказать, что я в шоке, это вообще нихуя не сказать. Трешанина вообще лютая. Чё, я не пойму, цельнометаллические яйца? Ты понимаешь, это... Вот эту катку, эти две катки можно как... Знаете, послание потомкам, блядь, как не надо делать игры. Просто с помпы в точку, в жопу, фул, прям вот влетает, знаешь, вот... Блядь, вот... Я говорю, это потрясающе. Я играю который день, и меня это радует. И честно, я радуюсь. Я правда радуюсь, потому что я понимаю, что ну это вообще пиздец. Эта игра, она... Я не понимаю, что в ней, блядь, не так. Мэниби. Она просто... Проще сказать... Здесь все нахуй в ней не так. Все, я, пацаны, я, бля, я просто играю, все, я ничего больше не говорю, я просто играю. Похуй. Похуй. Вообще похуй. Даже на похуй, похуй. Лэнби. Вкус меня, бафрэн. Ой, господи, блядь. Ладно. Ладно, мы выиграем, кстати, эту катку. Не, в реале бы да. Ой-ой-ой, вот это была хорошая. Это, блядь, была очень хорошая. Эпсби. Без шансов. Сейчас с шифта стрелял, если что. Если кому интересно, с шифта. Сейчас стрельба была с шифта чисто. Если что, буду все говорить как есть. То есть, когда на ходу стреляю, когда это. Чтоб просто тоже знали, как вообще пули летят. Но пока я в шоке. Сейчас когда даст Сильвер? Ребята, а теперь Элла. Теперь Элла и... теперь, ну, нету Сильвер, Глобал, там, короче. В премьер-режиме теперь есть только Элла. Как в доте. Поняли, да? Смокаем. Блять, наверное, нагло очень будет, но. Maybe you peek orange. Nice. Хорошо. Very nice, guys. Maybe you peek orange. А хули нет-то? Да. Yeah.
СНГ комьюнити, бля, я вас обожаю, пацаны. Я захожу, одна из причин, почему я играю еще до сих пор в эту игру, это только вы. Вы просто потрясающие, блядь. Вы вот, ну... Вы лучшие. No, I fuck you. Retard. Really? Maybe you? Who's, who's from Poland? Really? It's true. No, I have big dick and money. And your mom. Ha! You are sissy. Sissy. Nice joke. Да как же они не правы? Как бля, пиздец, бро, пиздец. Вообще пиздец. Фу, из-за. Блять. Сука, обожаю этого чувака. Сосать подано. Младший лейтенант, мальчик нам молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую танцку по сильному плечу. Не выйдешь, отсосешь. Я тебя жду. Молодец, сынок. Мы с мамой верили в тебя. Младший нам лейтенант, береги сердца. Безымянный палец без кольца. Сука. Ну давай уже, еще один и в школу не пойдем. 4-5, братик, пора. Твой выход. Давай, давай. Им похуй, блядь, он вообще на тест-пауне, блядь. Fuck your lore. Fuck my lore? What? You won't fuck my lore? Fuck, fuck your Dragon lore. Dragon lore. Poop. Блять. How old are you? Это потрясающе. Это тебе миллионер. На-на-на. Опа. Ха-ха, долбоёб. Бум, блядь. It's a beauty. Хуя себе. It's a beautiful life. B1, B2. Прыгают. People ramp. They step ramp. Really? Бомб. Нихуя, пошло в дробовик работать, блять. Кого? One short, one ramp. Оба-то. Иду. На плинту уже? Флэш дам. Один зашел. Оба, оба. За дефолтом. Блять, куда? А я попал по нему! Что? Да, да. Speak English, stop speak, блядь. Language for dog. Stop. Бомб, брат. Разрези что-нибудь лютое. What does it mean, boom bang? It's where it's то то та ра та ра та 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 курва. Курва пердоля, блядь. Как угадать страну противника за 2 минуты? Блядь. Господи, нахуй. Блядь, как я мог угадать, как? Ну, нормально, на ходу. А, вообще на ходу ставят, а хули нет. Вообще похуй.
новая система декрейта. Не, не система, охуенная. Да, да. Да, да. Я уже давно начинил всему. Теперь, говорит, все летит в точку. 100%. Это точка в моем ебале. Да, 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 точка в очке, блядь, ёпта, разраба, наверное. Савиком будет аккуратно. Ага. На нахуй. Слева сразу, да. Лучший, лево. Ебаш, зая! Лучший. Настрой. Ох, блядь. 5-5, 5-4. 5-4, 3, 2, 1. Ууа! Can you drop me? No. Okay. You didn't deserve it. One clutch and we will... Курва ежик. Курва ужик. Курва бобер. Я тебя заебу, мудак, блять. Даже не представляешь, с кем ты, блять. Да я говорю, я просто рот ебал нахуй. На ходу мне то же самое делается, блять. Не останавливаюсь, хуя. Он, блять, присаживается. У меня идет анимация, блять. Как он садится, он по итогу двигается. Я не понимаю эту игру, блять. Я просто хочу откалиброваться, посмотреть, сколько дадут, и уйти нахуй из нее. Я поиграл в Тарков, и бля, контру, братик, я вот могу понять, что нельзя доверять жирным, ебаным разработчикам, блядь. Они просто за меня, пожалуйста, тоже. Они просто, блядь, купят себе Порш, блядь. Я говорю, я жду одно, это турнир. Просто турнир, блядь. Курва ежик, блядь! Бая-я-я, бая-я-я. Долбоёб. А есть. Еще двое. Ебать. Ебать. Ой, блядь. Сюда. Пизда. Блядь. Ой-ой-ой. Умайва. Шиндрю, блядь. Пиздец. Иди нахуй. Дурак, блядь, неумный. Ну как мог зайти? Пидорас! Пидорасина! Shut up. Left. Ой, как где не хорошо, Саша, хорошо, блядь! Как хорошо! О, мой блед. Блед. I like your mother's pussy. Oh, it's nice. Ёбаный пиздолиз, блядь. Я вас сразу увидел, блядь, за километр, ёбаный. В рот вас, блядь, прочитаны, ублюдки, прочитаны, да. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо, да. Что, блядь? Что это? Блядь, когда они остановятся? Хоть раз, блядь, чтобы выстрелить. Просто сучара остановить, чтобы выстрелить. Блядь, это так... Пиздец, это так кринжово, блядь. Типа... Что это долбоеб сказал? Блядь... Так, типа, это знаете, как, блядь, где-нибудь в школе выебнуться формата. Сука, бля, я круче, чем ты. Да я хуй сегодня сосал, бля. Да, нет. А я вообще всему классу насасывал. Блядь, нихуя ты крутой. Заебись, блядь. Бля, балдёж, нахуя ты, мужик. Он би. Давай. Это я говорю, это пиздец вообще. Оп. Nice.
Nice shooting. Stop. С такой аватаркой я ему главное револьвер не доверял бы, блядь. Блять. I have a shot for first on by decoys and ramp, please. And let's go ramp, throw decoys and ramp and go back to be. Хуя, я не понял, что он сказал. Переведи, пожалуйста, блять, после скажи. Там тактика из 2007 года берешь пиздяшку, короче, вот такую пиздяшку. Бежишь за ним, кидаешь, блять, и они подумают, что делать, как будто это, блядь, прорыв, блядь. Блять, пиздец, у меня сейчас, блять, глаза лопнут. Они перетягиваются на БМ. Блять. Братан, ты следующую не хочешь пойти? Я гутак. Бля, с тобой бы с удовольствием сыграл. Братик, инвайч, нахуй. Просто лучший, блять. Конч четом герка морды. Это пиздец, это. Блять, что нахуй легкий не выплюнул. Фу, блять. Сканды русские, украинцы. Ах, блять. Да раз, блять. На ходу дает еще один. А еще одному даст, смотри, въебал. Да-да-да. И там дохуя, они все. Ладно, главное, голову стрелять. Two middle. Ник, я знал, что тебе понравится. Потрясающе. Ну, может быть. О, май гэ. Let's go all mad. Драж. Не, ну у него получается, только надо как-то, ну, наоборот действовать. Короче, бля. Нихуя ты, блядь. Я задев, все нормально. Потеют сучары. Блять, не могу нахуй. Это просто пиздец. Это лучшее, блять, что вообще может быть в принципе. Не пал. Хорош. Второго убил. Гвардин пика. Ты охуела, дура, блять! Что это такое? Ладно, перезарядку там было слышно. Охуй, бомба стоит. Блять. Не, подождите, подождите. Это надо выигрывать этого. Let's go B. Нихуя он. Похуй, вообще похуй, смотри, он что делает. Я иду к вам. One short, last short. Ну, сейчас со скаута, кстати, я здесь могу напиздячить. Попаду по кому-нибудь. А, дядя Саша. Хорошо. Нахуй конус улетел. Там походу страх.
максимальное погружение, блядь. И слава богу, в VR еще не выпустили бы. Бля, это будет просто охуенно. В VR мою мамку еще, как говорится, ну... Да, 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 да. Потрясающая игра. Блять. Нет, пошли. Еще разочек так пробеги. Правильно, пачку надо слить. Очень интересно. Тихо, может быть. Киберспортивный смог. Мяу! Блять! Со спины, кстати. Внимание. Полезность, полезность, мужика. Поля... В спине нашего ощущаешь? Она есть. Та-дам. Нахуй, блять, в лобби. No, you lick pussy. Я говорю, это, блять, это гениально. Это, представляешь, пиздануть на такую вот огромное количество, сказать, да я, блять, да я хуй сегодня сосал, знаешь, вот что-то из этого вот, блядь, вот из этого вот района. А нет, а я два, а я три. Блядь. Это. Согласен. Не отвечен, тогда не одобряю. Поэтому мы на платформе пидорасов и не стримим. На нахуй. Гэппик. One short, one sight. Нихуя. Ухуя, Джеймс Бонд. Ха-ха, долбоёб! Ай, блядь! Так, надо выигрывать. Сейчас, подождите-ка. Серьёзно, это всё смех смехом, но ребят нормально играют. Надо запотеть. Может, 2К я и куда-нибудь ебанем реально? Yes, it's Gigi. А, там тоже Курвус, Бобер играет. Я понял, блядь. Давай, давай. Стоят вдвоем. Два, блядь. Две пидовки, нахуй. Тачка слита, естественно. Блять, соответственно. Блять, нахуй вообще таким даже калькулятор доверять, блять. Стабильно работает, парень. Там был на рампе или где? Слушай, где-то там, да. Он прям наверху стоял. Ну, мне его не достать. Хорош. Привет. О, блядь. О боже, блядь. Почему-то очень страшно за будущий КС. Yeah.
Ай-яй-яй. What are you doing? Сколько Элла? Да, блять, одно осталось доиграть. Ой, блять. Так, ладно. На самом деле можно подъем зарашить, потому что вариантов нет особо. Я гэп смог, тогда дам. Поехали. Антон, блять. Ты видел, что на молике написано? На молике написано Антон, блять. Не Андрей, я не знаю. Антонов нормальных встречал? Не, имя Антон, это как, знаешь, блять, это как вот, ну... Это сразу все понятно. Антон, это как самому себе отсосать. Последний Антон спиздил у меня телефон, блядь. Если что, пацаны, без обид, ну... У нас контент юмористический характер носит. Юмористический для всех, кроме Антона. Боже, блядь. Ой, блядь. Нахуй вы эту ебаную карту опикнули. Господи, блять. Что здесь делать, а? Без нихуя идти просто пикать. Он здесь нигде не дадут выйти. Погоди, не пикай, бэ, я помашню мидл. Давай. Здесь прокидывают дохуя все. У нас дурак один побежал. Мужики знают гранаты. Да-да-да, тут все как положено. Блять, слушай, открыто, Б. Я пачку забираю, ухожу к вам. Там перетяжка уже была. Блять, слушай, я сомневаюсь, тут ебло это утиное стоит в АФК. Хорошо, бьет сейчас. Не, ебало дали. За ящиком. Сейчас всех разъебет. Не торопись, не торопись. Я спину смотрю. Сейчас пикнет. Или вот так. Оно убит. За колонной до сих пор живет. Один холодильник и за колонной живет до сих пор. Блять. А, это то, что слева был. Да, да. Охуеть. Go next. Против играл чувак со стрима, пишет. Удачи, хард. Удачи, next выиграть. Да, не вопрос. Конечно, удачи. Ой, блядь. Блядь, чувак просто рофильный. Давайте я сейчас еще одну соло эту сыграю. И я его обязательно позову на стрим. Я его добавил во френды, по крайней мере. Против бустеров сейчас играем. Да это обычная помойка играла. Ничего там такого нет. Чуваку накинул, да, френд. Обязательно его приглашу. Когда будем, ну, по кайфу играть. Руслан дает 100%. Блять, сегодня две, получается, я проиграл. Но это пиздец, это напоследок, блять, заруинить всю эту... Нахуй идет это ваша вертига, Анубис и Эншент. Сразу, прям, автоматически. Даже без вообще без вариантов. У них трипла будет играть. Вот, кстати, сейчас можно выигрывать. Ну, блядь, 5-6 тысяч мы их должны точно выигрывать. Вертигу уберите, идиоты. Да не-не, здесь просто соло. Просто если я возьму кого-то в пати, потом будет, типа, ну, то, что я в пати рейтинг поднимал. Здесь лучше, ну, я соло-то поднимаю. Мне одна игра осталась. Одна победа, и все. О, наконец-то. Блять, на Ancient. Да господи, ну нахуй вы инферно кикаете. Блять. Мои глаза, блять.
Да, одну проиграли, да. Ну, получается, вообще, как мы проиграли одну, вторая из-за бага нам, типа, засчитала, блядь, победу, точнее, поражение. Ну, это просто потрясающе. Это, я говорю, ни с чем не передаваемая хуйня. Ну, ладно, ничего страшного. О май гад. Парни, можно просто нахуй? Можно просто доиграть, блять, и все, ласт. Получить рейтинг нормальный и вылезти из этой залупы. Hello, team. My first map. О май гад. Так, ладно, все, давайте играть, правда, закончим. Думал, кого-нибудь на поджиме здесь захуячить. Так, а они уже зашли бы, да? Ну как зашли? Они как бы зашли, но не зашли. Залетать будет сегодня? Давайте, парни. Ой, блять, а. Блять, ну чисто теоретически, если я убью двоих и бомбу поставим. Ико. Твою бан. По-моему, не попал. Здесь моя ошибка. Что не попал. Инсайд, спасибо. Инсайд, можно вместе поиграть, если хочешь. Ты меня просил тогда, говорил. Можно, я сейчас крайнюю доигрываю, дадут Элла и, ну, соберемся. У тебя сколько сейчас? One beside. Попал, блядь, по союзнику. Я даже нахуй комментировать это не хочу. Понимаю, блядь, что здесь со стрельбой. Ебаный в рот его, блядь. Плент. Behind you. Блин. Блядь. Сиди. Чего? Он ёбнул два префа или мне показался? Чё это было? Похуй, ладно, показался, может быть, просто стрелял. Что-то я вообще сейчас этого не понял. От слов совсем. Так, я сегодня очень долго включаюсь. Сегодня худшее начало, то, что я играл. Ну, я зато потом в основном разыгрываюсь. О май гад, no way. Знаю, какой, бэ. Чего он от меня хочет? Почему он до меня доебывается, то, что я со скаутом играю?
Блять, куда чего летит? Можно, блять, узнать или нет? В премьере можно. Десять побед, 15500 элла. А чё так мало дали? Инсайдер, да можно просто продолжить. Какая разница, откуда начинать? Если мы начнем, ну, пары играть, я, во-первых, ну, начну посерьезнее играть и как бы это... Ну, ты понял. Давай соберемся, поехали. Оставь 15500. Просто еще плюс один возьмем и все. Не, Антон на самом деле нормальный. У меня корешей очень много Антонов. Ну, без всяких там приколов. Прошу прощения, тебе нихуя не мешает? Инфа. Wait. Блять, я умру, ну ебаный в рот, а. На полкарты убежал, один хуй взорвался, блять. А лайки где прожимаете? Спасибо, да ладно, они и так нормально ставят, они в повторах там топят. Не-не, все нормально, я только хвалю ребят, молодцы ребят, спасибо. Кто подписывается, лайкос ставит от души. Все ровненько. Надо тайминги вот здесь узнать. Таймингов не знаю вообще на этой карте. Но я поучу их. Не знаю во сколько, кто, когда должен выбегать и так далее. Не вижу здесь смысла стоять. Могут. Хотя... Они же вот здесь, да, залезают. Сам карту толком не знаю. Я просто авик нельзя отдавать. Ни в коем случае. Вообще прям категорически. Рекорд на CS-стриме во время прямой трансляции, по-моему, был 5,6, что ли, тысяч лайков. Но они его бьют очень часто, они бьют практически каждый стрим. Так что все нормально. Спасибо, ребят. Спасибо. Добро пожаловать. Если что, ребят, там не обижайтесь. Как его? Очень стараюсь поддержать, стараюсь маленько вас повеселить. Так что присоединяйтесь. Я очень... На самом деле, от КСки не горит. Блять, папка, он такой, но он сам медленный. Он там вечно кемперы, хуемперы. Как-то не знаю, блять, КС-ка, сука, она родная. Ну, блять, знаете, как незаконно рожденный, блять, ребенок. Знаешь, вот этот вот. Сука, блять. Добей меня, блять. Вот это вот. Ну, вот. Из той оперы. Ты вроде, сука, и жалко его, блять. Вроде и родной.
Ну чё, пацаны, аниме будет, да, нет? Да, small, wait. Если чё, кто меня спрашивал, в комментариях тоже ребят писали, на каком разрешении играешь, на 2К, ребят, катаю. 2К, братцы. Да. Мать, у кого там так жопу рвёт? Wait for me. Window. Wait, I'm coming. Дебил, блядь. Don't open window. Трипла, да? Блядь, ну тут спорно. Тут можно идти. Можно и нет. Можно и да. Ухуй, давай. Охуительный тайминг. Блять, и смог такой охуенный. He was on previously could have fell off. Блять, как не вовремя трек. Ебать. Стой. Ребят, трек обязательно послушаем. На сайтик пойдем, послушаем трек, ладно? Сейчас просто, ну, надо слушать. Так, авик засейвили, хорошо. Хорошо. Спасибо, кто это? Серега. Здорово, брат. 30 числа был ДР, 20 лет с юбилеем тебя прошедшим. 1 числа пришла повестка, вот покидай тебя ногой. Да и че, вот, господи, год пройдет, ёпта, вернешься мгновенно. Так что, ребятки, че вы, блядь? Там сходить-то, ёпта, все только больше говорят. Сходил и все, что-то. Что такое? Спасибо, родной. Нахуй, как подкошенный лег, блядь, как я после пьянки. Как подкошенный лег, короче, он. Ну, в смысле, блядь. В общем, ну, упал он так. Да, нет. No use, left on. Кстати, больше знаешь, что стало нравиться? Я здесь больше стал читать. Читать именно игру, читать карту и даже вот. Ну, я хуёво, очень хуёво эншин знаю. Все равно ты... Он, блядь, не объяснить. Придурок, вылезай. К вам побежал. Через КТ. Еще бежит. Там же. Там же парни будет. Зеленый, встречай. Или сейвить пошел. Какая видеокарта? А я и не помню. 30... У меня, ребят, комп просто гнал очень крутой чувак. Он, ну, блять, короче, я могу его контакты скинуть. Я у него, ну, у него все делают, типа, разгоны. Чувак этим профессионально занимается. Он всем киберкотлетом гонит, всем, короче. Вы охуеете, как у вас комп заработает. Просто, ну, охуеете. Сам прям все через этот, ну, типа, через TeamViewer, типа. 15к максимум дают за калибровку без поражений. В бета добавили максимум 20 тысяч эла. Когда рейтинг... А, все понял. Все, добро, инсайдер, я тебя добавлю. Спасибо. У меня не четвертый сеть. Не-не, не четвертого поколения. У меня третьего поколения. 3080 или 3090. По-моему, 3090 все-таки. Так. Оп-оп, все выбежали. Па-па-пам, па-па-пам. О, блядь. Блять, ну как он нахуй не попадает, а? Что это за хуета, блять? Как вот он не попал сейчас на ходу, блять? Ладно. Ладно. Сколько денег за разгон? Косарь, что ли, блять? Что там какие-то смешные деньги. Но у него основная работа есть, там взрослый чувак. Все, он мне все компы гнал. Там и видюху, и... Короче, все. У вас, ну, я говорю, вообще все по-другому будет работать. Он там Хоббиту, Адрену, к ним, блять, короче, к нему все стримеры, все блогеры обращаются. Вообще все, кто только можно и нельзя. Надо вот здесь вот прочитать тайминги, потому что я их нихуя не знаю.
Как дела у тебя, друг? Короче, как бы он ни бежал, он всегда выходит первым КТшник выходит первым таймингом, да? Блять. Это вот вообще нихуя не вовремя. За мной, да? Сити. Копикап. Блять, что нахуй по таймингам? Ставь. Фаст, 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 ладно. Оп, careful. Найс. Найс. С тобой тоже прайм играют? Да, да. Со мной вот такие вот ребята играют. Вот, чисто. Чисто. Кубразы, когда на... А когда на депнул? Сегодня будем играть, сегодня. Да про сайт? Сегодня. АВП будут фиксить, оно в CS2 очень медленно двигается. Оно через... вообще забей. Ну, ебанутое. Да. С кем вообще совместно играешь? Просто рандом. Рандом. Флэш гизма. Прошив. Бум. Хорошо, встали. Оп. Як. Ага. Смотри. Здесь в упоре вряд ли будет стоять. Плент. Пошел нахуй, блять. В этот раз просто пошел нахуй. Один раз простила тебе авапа это, но здесь уже слишком было бы. Тебе больше 8к дадут. Да плевать, сколько кто кому что даст. Мы поднимем этот рейтинг. Не проблема, ребята, его поднять. Я же так, один нет. Играю соло. Как если быть? Играть с кем-то, то я думаю, десятка будет. За КТ здесь, кстати, поприятнее играть. Follow me. Let's go. Боже. Надежно. Пиздец. Ебать, блядь! Чё нахуй? Кого? Что? Блядь, я не попал в голову, я не попал! Я не попал сейчас в голову! Попадание, блядь, не было в голову, Нейт. Я стрельнул рядом. Я отвечаю, я не попал сейчас в голову. Попадания 100% не было. Не было. Можете пересмотреть. Прям на демку. Блять, такой бред. Хитбоксы сделали больше. Просто больше. Это 100% пиздеж. Я не попал в голову. Я предлагаю сразу просто поебаться, как мужики, блять. Без доты, без всякой хуйни. Факт. Танк есть? Блять, братца, сдавай взвод. Yep. Никогда не надоест. Сразу видно, нормальные ребята играют. А не вот это все.
Блять, приуныл. Шел-шел и приуныл, блять. Та-та-та-та-та-та-та. Авик стреляет, короче, он с замедлением смат стреляет. Он, блядь, не знаю, короче, у меня по ощущениям, он как-то очень странно. Очень, очень странный, блядь. Мальчик поплыл. Я в центре зала. Иду. Оп, ту-ту-ту. Блядь, да. То, что я играю тут первый раз, 8-4, вау. Спасибо. Кстати, вообще, вообще первый раз играешь? На этой карте, да. Как вообще? А в этот, в CS2, уже играл? До этого в CS2 это играл? 10-я, наверное, катка. А. 10-я, наверное. Что скажешь, коротко? Ну, твое мнение. Просто рандомного чувака мнение интересно. Пойдет, да, вкусно. Я жалуюсь на баги, которые не замечаю их. Знаешь, наверное, я с ним соглашусь. Блять, я не знаю. Меня не тошнит от нее нихуя. Пидорасы, уроды, блять. Ублюдки, на! А так, в целом, ну, игра очень приятная, очень хорошая. Ёпта, ребят. Да нет, это кто-то накрутил. 6 тысяч онлайна, да вы гоните, пацаны. Да не-не, хорош. Это 100%, это кто-то балуется. А, просто проверить, знаешь как? Прямо сейчас все лайки поставьте. Если прямо сейчас все хуйнут лайки, вот все, и подпишутся на канал, тогда так быстро это невозможно. Да не-не, накрутил кто-то, конечно. Типа это дохуя. Это слишком дохуя, вы че. Сука, ну я кайфую от КС-ки, блять. Может, я какой-нибудь этот садомаза, блять. Ну 3.8, я же говорю. А, ну все, ясно, накрутка. А, хотя у меня задержка же на стриме. Ой, хорошо. Блять, аж, честно, писюн немножко привстал. Слегка. Блять, ну попал. One Red. Ага, ага, 4000. Все, а все, 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 все. Все, блять, 4.5, пизда, пацаны. Ой, блять. 4.6, нет, что-то хуйня какая-то. Бля, пацаны, пизда. А что, у вас правда, что ли? Ну, а нахуй вы смотрите? Я же играть не умею. Я понимаю, бы там каких-нибудь киберкотлет смотрели. А что вы? Откуда у вас столько? Бля. Это что, мне всегда надо это? Бля. Пизда. 4.7. Бля, от души. Ну, спасибо, если... Если никто не балуется. Спасибо, пацаны. Спасибо, мне очень приятно. Блять, надо сегодня вам что-нибудь кинуть про маке, не знаю, отмашлыкануть кому-нибудь. Нет, не надо. Хотя хуй с ним. Разок можно, блядь. Спасибо, ребят. Нихуя, если вы еще все подпишетесь, это вообще пиздец. Вот, кстати, каждый день поточек. По точке каждый день, ребят. На 200 тысяч подписчиков iPhone 15 разыгрываю. Просто на всякий случай напомнил. На 200 тысяч в телеге. Если быстро соберетесь. А? Да-да-да. Долбоёб, не кидай. Хисхав HP. Бам, забрали. Мид тестинг. Блю, чек. Чекплант. 5 косариков собрали. Хуя, за полтора часа? Бля, что надо кепку одеть. Спасибо, пацаны, вы чё? Спасибо. А я сижу, играю, я даже не смотрю, мне не показывает нихуя онлайн. Мне похуй, в принципе, на него. Спасибо. Найс байт, да не, я просто по-братски попросил, не более того. Тебе не сложно, мне приятно. Я так бывший всегда говорю.
Можно с тобой сыграть сабдей, можно сделать, почему нет, давай. Вообще в легкую. Блять, я 15-5 играю на этой карте. Нихуя. В чем я играю, я с вами общаюсь, я толком-то и не смотрю. А ну-ка. Подожди-ка. Сейчас я посмотрю, я... Бам. Нахуй ты этот молик, блять, кинул? Пусть выходит. Эй, флешес. Эй, флешес, камен. Кафмет. Поехали. Ебать. Анма. Дорогая, бля, быстрей! Блять, это и так не подрочить, сука! Блять, маленький огурчик. Ну ладно, немножко все равно. На всякий случай так. Это потому что лайки ставите, видал сразу? Киберспортивная рука, блять, пошла, что делать? Пиздец. Блять, со скаута, причем я чувствую выстрелы. Со всего остального хуй его знает, куда что летит. Ничего не понимаю. Каким-то хуем набиваем. Да не кидай сюда, молик, блядь. Сука, 2D-ка. Че, под Б идут? Ематай, куда, Саша? Дядя Саша. Блядь, кто такой дядя Саша? Я не пойму нихуя. Бум, бум. Блядь, попал же в ебало. Пизда. Пизда. Да блять, ну сука, попал! Хиз хава шпи, ту хава шпи. Ебаш! Я понял, нахуй. 2.5 хп. На нахуй. Бля, добей второго, мне ассисты нужны. Не знаю зачем. Похуй. 6к надо добить, парни. Я не знаю, откуда у вас столько много, блять. Я думал, кто-то крутанул, а вы... Нихуя себе. Че, мне так теперь... Вам понравилось, что ли? Я-то думал это... А че вы... Столько киберкотлет стримит КС-ку. Че, вот это вот интересно смотреть? Вот это так, могу, дед. Могу, мои хорошие. Да, вообще... Ну окей, братиш, давай, ты меня только не огорчай. Окей. Оп. Мальчик поплыл. Блять, ну не сосите на меду. О, вот это правильно. Тут, блять, одобряем. Блять, поход дела это Б будет. Лайф, don't die, грин. Дебил, блять. Лайф. Блять. Слушай, подожди-ка. Мы же можем, наверное, вот так, да, сделать. Рэмп. Блять. Заебать с этими смоками захотели или что? А? Блядь, гений. У сука. Слушай, а ты в КС не делал так? В КС, короче, когда ты скопился, отбивалась. Да, братик, я за 22 года игры в КС что только не делал. Кстати, забыл, да, про эту фишку. Бля, так а мне кажется, у тебя типа сбила эта хуйня. Пойдем на мидсе, выйдем. Пойдем. Мне кажется, я сбил. Расскажи анекдот. Ебутся как-то два клоуна. Один говорит: Санек, что-то пиздец, вообще не смешно. Он говорит: да, Олег, мне тоже. Блять, хуёво видно. Так, если чё, ебал. Ну, сука, ну не видно. Это... Там же я выданы. Не пушьте. Пошли они нахуй. Блять, парни, пожалуйста, давайте нахуй, а? Доиграем. Ещё пода. Эту блевотню, блять. Ну,
Че, их разъебали, что ли, здесь? Дроп, бери. На, держи. Хуя. А как они умудрились эко залить? Не, ну пацаны, а что нам танкистам, согласись? Что мы взяли, взвод создали, да и все. Без всякого вот этой вашей. Чисто как мужики. Идем, идем. Хорош! Ебать, яка красивая. Это уже не смешно. Можно новый анекдот? Ебутся как-то три клоуна. Блять, ща, пацаны, заапгрейжу. Все, тихо. Тихо, там кто-то с телевизора меня смотрит. Осуждаю, осуждаю. Че? Ты наркоман, что ли? Middle? Нет, он yellow. Последняя, да, победа, и откалибруемся. Ну, 1010, если дадут. Я думаю, дадут. 11. Почесаться надо. Блять, ну здесь нельзя стоять, парни. Блять, они туда зашли все. Ну, сука. Ну, че вы такие, блять, тошные, а? Мальчик поплыл. Сайт дай. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. На, мне похуй. Блять, иди нахуй, а, с такими таймингами, блять. Behind. Fast, 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 fast. А, я понял. Блять, он без диффузов. Нормально, нормально. Лучший. Блять, авик, бля. Братан, купи авик, пап, пожалуйста. Я сзади. Спасибо. Да, давай. Can I get a drop, please? Окей, окей, окей. Somebody was. Так мы троем, братан, и втером. Спасибо. А? Втером, значит, брат. Сколько дадут? Ну, я думаю, немного. Я думаю, немного. Реально будет. Somebody was. Ну, выйди, ёпта. Пацаны, давайте вы уже, блядь, проиграете, и все. О, хороший смог. Блядь, тихо, не надо. Бомб медал. И туда молик еще, блядь. Как же он ебет. Вон кейв. Як еще здесь отзоним. Оп. Блять, я думаю, что мы вообще вот так вот сделаем. GG, guys, good luck. Ну что, момент истины, ребят. 10 тысяч, если дают. 10 тысяч, если дают. Блять, 20 на 7 отыграл. Хорошо отыграл. 1 к 3. Глаза, блять. Какие нахуй 8 тысяч, блять. Что это за хуйня? Блять. Как я сюда попал? Да сука, у меня... Блять. Фиалузов-то нет толком. Нахуй вы меня в эту помойку откалибровали? Блять, 8600. Ай, блять. А со скольки таблица-то начинается? Таблица, наверное, тысяч, блять. Ай, блять. Мои глаза... Сука, господи Иисусе, блядь, за что мне это? За что мне эти наказания, блядь? Какие нахуй 8 тысяч, блядь? За что? Я же, блядь, все выиграл. Я же все выиграл. Это вот из-за этой вот из-за этого бага, блядь. Мне вписали поражение. Вот из-за этого ебаного бага, блядь. Господи Иисусе.
Это вот из-за этого, блядь, бага мне дали ёбаные в рот. У меня же одни вины, блядь. Я по факту сегодня проиграл одну всего. С лузами 12,5 тысяч дали. Это норму река 13к. Да мне похуй у кого сколько, ёпта. Тоже, блядь, пиздец показатель, блядь. Я понимаю, там сравнил бы, блядь, с, именно с киберкотлетой, кто играет сидит. Это обычный стример, блядь, шутаны. Похуй, ладно, я соло играл. Пойдем дальше, мне до пизды. Все, road to 15к. Я наберу их. Блять, как люди умудрились 11 на 15 откалиброваться. А, ну здесь у всех по 80% побед. Ну видишь, все в пати играют, блять. Я до пизды, я к 15 тысячам иду. Кстати, я теперь с овощами перестану играть. Как сказать, короче, не будут попадаться типы, которые... ну, типа, в коме. Слушай, а сколько за победу дается? Сколько за победу дают? Нахуй идет этот ваш Анубис с этим с Эншентом, блядь. Можешь рассказать про разгончика. Я на бусте кину его. На бусте сделаю пост и кину. Против пати играем опять. Я с рандомами против пати. 15 тысяч. Погнали, ребят. Смогу или нет? Вот смогу или нет? 200 дают за выигрыш. 100 снимают за поражение. Не, я неплохо играю. Я сам вот себя оцениваю как... Давай так, последняя катка была пиздатая. Я когда разыгрываюсь, я начинаю очень бодро стрелять. Только не вот эта М-ка. В CS 2 мне вот в кайф, чисто, знаешь, мне вот это дерьмо мне не в кайф. Мне в кайф авик и калаш. Все, вот эти два ствола. Вот это вот кайфец, блядь. Не понял сейчас, куда что летело, ну ладно. Поехали. Я выиграю. Ты знаешь, почему-то... Я почему-то думаю, даже соло я смогу, потому что здесь теперь примерно все одного рейтинга. Наверное. Блять, хотя, наверное, нет. Или да, или нет. А что сейчас было написано? Только у меня рейтинг? Ник, спасибо. Поехали. Meet and A. Блять, что? Да иди нахуй! Оранжевый, блять! Ну... Это меняет в корне дело. Это моя команда. Help your teammate. Идиот, блядь. Долбоёб, блядь. Угу. Надо брать еще одного, надо Касперовского брать. Касперовского, овердрайва. Кого-нибудь, ну, из вас адекватных, ребят. Чувак говорит, вы стакнули 3 и не убили никого. Откуда 2 килла тогда? Ладно. Поехали. Один. Мне просто один нужен человек. Все. Как яблоки. Вы просто охуительные. С деревню. Мид.
нахуй уже минус. Ага. А, ну я понял. Green, you are amazing. Плеер, блядь. Не месть, правда. Долбоёб, блядь. Надо брать, да. Надо просто патьку сделать и все. И голову не ебать. Мы очень много поднимем. Like, I don't get you, bro. You miss your shot and then you blame me. Crazy. Mute and go, нахуй. Yeah, yeah, of course. Of course, блядь. Заебал ныть. You go, нахуй. And go, mute. You play solo. Слезы, блядь. Просто река, нахуй, течет. Широка река, глубока река. Ага. Блядь, ну я один наиграю. Я не могу смотреть кон. Раз. Оху, еще раз закину туда же. Запрыгнул же, да? Навалите лайк. Я не сдамся. Ни одну, блядь, игру не сдам. До Талова. Только до Талова. На мужика рубиться. Без слезок, без всякой хуйни. Я понял, блядь. Все шорт. Что я могу сделать? Я им смогу сейчас экономику, да, поиграть? Хотя да, о чем это я, блядь? Я понял. Open frag, если бы он сделал, то можно было бы играть, в принципе. Блять. По-моему, попал, но в ножку. То ли в ножку, то ли в ручку. Смурач, здорово. Вообще хорошо играешь. Я, знаешь, как разгоняюсь со второй катки и стабильно именно начинаю кидать. Спасибо. Ой, хороший молик, блять. А, они уже вышли? В молик выходит? Охуенно, ребята. Чисто гений, блядь. Там такой молик залетел. Я не знаю, мне кажется, они выгорели все с этого молика. Вообще все. Просто прям шикарный. Не знаю, почему ассистов мало дали. Но то, что на молике они погорели, это железобетонно. Так, у нас один авик, да? Чел 1-2 с авиком играет. Ага. И минус один. Не, ну... Говорится, игра игрой, но уроки по расписанию. Надо вот сюда заходить. А, все-таки есть, да, кто-то?
Неплохо. Весь плент-то открыт, блядь. А вот это вот. А вот это вот их Fatal Anal Error. Это нельзя им было делать. Вот бомбу терять им нельзя было. Сейчас на самом деле сами обосрались очень жестко. Переворотный момент. Абсолютно. Потому что, ну, то, что вот они делают, это такие, знаешь, ошибки пленби. Такие ошибки, как-то это. Тима не очень, ничего страшного. Кто-нибудь скажет ему, что сверху показывает дамаг раунда. Правда? Спасибо. Как тебе новое говёное CSGO? Не знаю, так. Пойдет. Пойдет. Го ко мне, я не вытюнингую. О, вот это вот достойно. Так, у нас минус один. Я не против играть с минус один. Если, ну, люди адекватные, то можно с минус один играть. Почему бы и да. Привет. Так. Лех, так, добряк рассказал. 6 тысяч лайков надо добить. Это уже нормально все, вы и так топите. Все в порядке, спасибо. Харцарян, ты за меня проигрываешь раунды, и я... Как зашел, ты проебывать начал. Да хорош ты что, угораешь, что ли? Нормально все. Разгонщика я закину. Кармон, спасибо за 500. Натих, надеюсь, правильно прочитал. Какая разница между подписчиками за 100 и за 500 рублей? Я не делаю разницы. Типа, ну, как это там многие другие, допустим, делают. Я просто делаю для всех общий контент. Не у всех есть возможность, допустим, там за 500, за 1000 рублей подписаться. Ты имеешь, если в виду, да, про платные подписки на... Бусти, ссылка внизу в описании, напоминаю. У меня просто, ну, для всех один контент, и кто хочет, может быть, там будут какие-то супер инсайды для более дорогих подписчиков, но типа на этом акцента нет, чтобы на этом как-то бабки фармить. По кайфу просто, ну, допустим, вот как с тачкой я инсайд закинул от души. В любом случае мне очень приятно, и, ну, вы меня поддерживаете. Уже кайф. А кто за сколько подписывается? У кого есть папки, как бы тот подписывается чуть дороже, у кого нет. Как бы это. Лех, какие наушники эти? Razer, Hammerhead. Любые можете брать, они все, в принципе, достойны. У нас чувак берет, выходит. Прикольно. Кстати, вот здесь можно играть. Причем, знаешь, как можно играть, блядь, на коротке? Ёб твою мать, завтыкал, прикинь, дура, блин, чё ты втыкаешь-то? Тихо. Представляешь? Короче, просто в одну точку засмотрелся. Блядь, ну это просто потрясающе, ребят. Знаешь, просто завтыкал. Я даже стрелять поздно начал. Талант. А, ну там тоже талантливые ребята играют. Шорт. Тайм. Что происходит? Куда я попал? Натих, спасибо. Спасибо за 300. Что нахуй происходит? Не-не, я не засыпаю, я спать не хочу, я просто раз и... Знаешь, я не знаю, бывает у всех такое? Короче, ты типа такой, ну, в одну точку смотришь и, короче, это... Ну, говорят, это глаза отдыхают. Понял, да? Типа такой раз и завтыкал. Такой прям. Блять. Выпал. Бывает у вас же такое, я не один такой. Ну, типа, раз и это. Да идите нахер со своим перерывом, не зайдет этот дурак. Успокойтесь вы. That's okay, let's play without him. We play with bonus. Флешка вообще была потрясающей. На мувик просто можно...
Подожди, что это было? Я не знаю. Я завтыкал. Тут, короче, все втыкают в этой катке. А как меня вообще сюда закинуло? Никто не знает. 44 пинг. Кстати, вот это, да, очень удобно сделали. Типа видно, кто по кому сколько урона наносит. Затыкал, да, и слюна течет. А это потому что 6 тысяч не добили. Шучу. Шучу. Блядь. Сука. Завар. Ванечка, спасибо, мой хороший. Спасибо, мой дорогой. Эть. Если ты пушистый кролик, то мне, да? А что, дырочку закрыли? Почему дырочку закрыли? О! Мяу! Мяу, блядь! Ну пикни, ёпта. А, у нас А уже, да, все, закончилось. Нормально. А может нет, а может да, а может это все слова. Моя девушка, день рождения. Моя девушка, день рождения. Аж уже 6 тысяч, ну хорошо. Мяу. Стоит. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1, на мульт. Пизда. Все, да. Релот. Чё? Ну ладно. Не понял сейчас, как не попал. Моя стрельба. Так, давайте берем скаут, раскочегариваемся. Все, хорош втыкать. Так, мы играем с одним токсиком. 1-6. Блять, а куда меня вообще бросил? Добили 6 тысяч. Мы играем. Я не понимаю, где мы играем. У нас один ливнул, второй 1-6 играет. Как бы, ну, дальше. Блять, потому что 6 тысяч добили. Хуя себе. Бля, со скаутом жестко кидаю. Блять, один АФК стоит. Чё вообще нахуй происходит? Блять, как не попало, а? Такой пиздоч был сладенький. Мид. Фиолетовый. А? У тебя красивый инвентарь. Бля, я и сам охуенный. Спасибо. По факту. Подсажу. Поехали. Блять, ну что ты нахуй вешаешь, дура пьяная. Тайм, быстрей. Деф. Блять, диффузов нет. По-моему, успевает, да? Успевает. Не-не-не. Если ребята более-менее адекватные, будем бороться. Авик, забери, блять, Авик. Авик в углу. Право. Я понял. Все нормально. Стой, не бойтесь. Стой, да. Купи. Парни, ну можно выиграть. Если хотите, давай выиграю. Просто смотри, встань один на Б, просто под инфу. Все, зонь их смоком. А я закрою, я их разъебу на. Если не будут, шальные какие-то вешать. Ид. Не понял как. Там шальная. Я встану. Не встану. Императрица. Объять. Только не пикай, мид. Не пикай. Еще, пит. Нахуй пошел.
По-моему, вот здесь. Или убили. Похуй, давай выкурим. Классный молик, бля, пиздец, киберспортивный. Кон, кон. Кон, заберите, он с иглом. Я понял. А можно всем нахуй от него умереть? Смотри, авик обязательно надо забрать, брат. Take op, op, go to city and you find. Скамик. Under window. He's going on B. Take op, please, Johnson. Господи, блять. Его надо убивать. Помоги ему, быстрей. Кон. No time. It's B, it's B, it's B, 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 B. B. Fast. Блять, надо было пропрыгивать через шорт. Stick together. Together, guys. Дебилы, блять. Угу, кар. Там без наушников тело играет. Я ничего говорить не хочу. Да не, из дигла просто залетел шар, нормально все стрель. Да не, нормально все. Все хорошо. Не-не, он хорошо все. No. No, no, no. We win this game. Джонсон, take drop, please. Take up. Take, bro. Это такой бред, блять, они сделали. Не, на Б. Давай, давай. Просто по инфе, все, ничего больше не делай. Просто инфа и все, и похуй. Вот. А еще один нахуй. Пит, мэнни пит, ту. Не мэнни, ту. А ту это мэнни или не мэнни? Ну, типа, это дохуя или нет? На Б есть один, минимум. Это Б. Ротейт Б. Ну, блять, а. Ну, блять, а. Хорошо. Го-го-го. Кто не пробегает, блять, как нарочно. Уроды. От уроды. Ну я, блять, я даже не сомневался. Ёб твою мать, а. Блять. Вот этого мудака сразу репортим, блять, прям. По максимуму, нахуй. А, так, ладно, ладно. Нихуя. За эту команду надо рвать. Плеймит. За эту команду буду играть до конца. Лучший. Это Завр Про, если что. Да я узнал тебя. Я же тебе сказал здоровань. Здоровался. Как там дела? Блять, какая ошибка грубая, а? Ты, блядь, ты переключаешь авик, и он такой медленный становится. Это просто пиздец. Ой, блядь. Правильно сказали то, что авик, он сейчас очень сложный и играбельный, блядь. Ты переключаешься, и моделька такая... А-а-а, блядь, не могу. А, тумит, тумит. Window op. Блять, ну за меня очень слабенький играет. Прям вообще пиздец. Maybe. Пав старается играть. Слабенький, но старается. Вот это самое лучшее. Это самые лучшие тиммейты. Похуй на их скилл, они стараются. Они дают инфу, они стараются. Они что-то делают. Сэви. Сэви, не ходи. Просто вот здесь стой на шифтах. Все, здесь стой. Пойдут с кухни. Похуй, сколько он киллов делает. Просто он старается, все.
Угу, моделька, да-да-да. Вот это сейчас был странный момент. Целенаправленно он сюда шел. Хотя мог, наверное, видеть. Так, давайте Пипега. Пипега Варьор называется план. Энди, нормально, я на восьмерку откалибровался. 8,6. Ну, 2 это, 2 победы, это уже 9. Ну, здесь вряд ли достанем, но я буду стараться. Я до победного, блядь, здесь буду. Ну, они поняли, что на Б нихуя никого, там один стоит парень, который слабовато, конечно, играет. Просто ходят в пятером Б и все, блядь, и что, нихуя ничего не делают. Как там на ходу? Нормально все? Я ему, кстати, хэд дал. Что, даже если это последний раунд. Ничего, 8-4. Нормально, ребят, 4 взяли, можно играть. Сейчас попробуем. Guys, we play now slow on A. Don't rush, I say you when you pick. Without me, don't pick, please. And don't pick. No info for you. Wait. Wait for me. Wait. Shift. Ну, Nexus, он, блядь, он долбоёб. Вот из-за этого зеленого мы въебёмся. Go. Go. Пойди нахуй. Это, блядь, топ. Вот это они зря нам дали сделать. Можно, пожалуйста, чтобы, блядь, что-то куда-то залетело? Да господи, блядь. Почему он нам не хелпал, а, блядь? Ой, блядь. Ладно. Галил, Энго. Сейчас 8600 элла дали. Ну, немало, немало. Не совсем какой-то там днище или еще что-то. Если бы не вот эти вот сегодня фейк проигрыши, то это... То было бы все хорошо. Не, они соло играют, все, это въеб. Не, брат, мы въебемся. Они соло играют. Вместе можно было здесь поиграть. Они ни инфу ничего не дают. Без инфы здесь делать нехуй вообще абсолютно. Сейчас здесь все лягут на миду. Надо или шорт, я не знаю, что, блядь, делать. Ай, похуй на шару, ёбнем. Фейкани бы? Фейкани, я с тобой буду. Хуй поверю, что на Б есть. Прям на поебать. Я буду доталово ебашиться в этой катке. Просто доталово. Неважно, какие пацаны. Вот даже вот за одного, даже вот этого слабенького парня, но он старается играть. Нихуя не сдамся. Я за тебя бы щекастенький играл. Нет, для соло это нормально, это более чем нормально. Под Б, потихонечку. Можно, в принципе, играть от вот этого зеленого. Флэш.
целом неплохо. Это смог такой. Я думал, он рассеивается, блядь. Так он же густой должен быть. Что это за залупа? Стоп. У меня 100 сейчас хп было. А что это было? Прикольно. Ладно. Прикольно. Подбейдить. Гоби. Стоп плей соло. Or you suck in this game. Ебаные шаки, блять. И он так и бегает по миду один. Не, пацаны, здесь вообще без шансов. Сливаются в одного, блять, бегают просто. Я понял. Вопросов больше нет, в принципе. Чего, блядь? Чего у меня тут в стиме? Блядь, моргает. Подожди сейчас. Привет со стрима. Я понял. Ладно. То есть, блядь, мы играем с одним слабым и один, в который вышел, и ты говоришь мне привет со стрима? Блядь, браво. Ну ладно. Ты главное смотри побольше, потому что, ну, надо быть же уверенным в себе. Потому что скоро, блядь, последние дни в школе надо показать, что у тебя много элла. Skins, no skills, блядь. Чел играет 11-10. Кто ты нахуй? Воин, блядь. Короче, я понял. Давайте доигрывать здесь. Еще попростреливай, когда я за угол зашел. Хорош. Так. Погнали дальше. 7-8 октября еду на соревнованиях по конному спорту в роли тренера. Уф. Конный спорт мне всегда нравился. Очень всегда нравился. Ты сейчас готов пойти? Инсайдер. Пойдем сейчас зарубимся. Уже нормально поиграем. Потому что, ну, так сложновато становится играть. Блять, удивительно. Молодцы, ладно. Это даже смотреть не хочу. Минус 100, пойдемте дальше. Это полная хуйня. Инсайдер пока молчит. Так, да, кстати, надо его мне добавить. Такая катка, которую даже, в принципе, можно не считать такие катки. Итак, инсайдера я добавляю. Добавить, друзья. Добавил, инсайдер добавлялся. И погнали. Поиграем, если сейчас успеешь залететь. Если не успеешь, go next. Нам надо с тобой связь чуть быстрее, потому что, ну, очень сложно на стриме с тобой связь держать. Да не, сейчас хотя бы один зайдет, если в адеквате чел. Я вам, блядь, покажу, как мы играть будем. Просто здесь, ну, это просто потрясающе. Я не понимаю, почему буржики кикают инферно. Я не могу понять. Они всегда кикают инферно. А,
Стоит задержка? Не, задержка, когда ты долго стоишь на одном месте, то до пизды на эту задержку. Против триплы сейчас будем играть, и за нас играет тоже трипла. Вот сейчас примерно одинаково будет. Вертига, я кикаю, я не буду на вертига играть, идите нахуй. Так, пойду, меня долг зовет. Удачи всем, спасибо, ребят, огромное. Всем добро пожаловать еще раз на стрим. Огромное спасибо за лайки, за такую активность. Братцы, я сегодня откалибровался. А, мы играем вертига, я понял, спасибо. Пидорасы. Да, не вы, они. В следующий раз обязательно пати будет. В следующий раз будет очень интересный стрим по КС-ке. Кайфанете. Соло я откалибровался почти на 9. Это в соло и с багом сегодняшним. Мне дали всего 9. Это при учете, что сегодня, я говорю, влетел вот это вот дерьмо. Ну как, типа, это вроде бы не баг, как говорят, да, люди. Ну типа, если, короче, у вас один выходит с катки, один выходит с катки, и после запускается автоматическое голосование, типа сдаться, и хоть один голосует за сдаться, вам приписывают поражение. Блять, короче. Короче, это потрясающая механика новой КС-ки, просто охуительная. Да, это я говорю, я жду, когда вот будет курьезный случай на каком-нибудь чемпионате на много миллионов долларов. Это, бля, это будет просто вообще заебись. О, флешка классная, молодец. Go plan. О! Урлык. Give me your money. О, больше Раша. Раша это заебись. Да-да. Раша это хорошо. Не-не, это не баг, это механика. Механика просто потрясающая, я тебе говорю. Я сегодня просто что-то орнул. Так, о, за 21 штуку отлетает ножичек. А брал я его за... Наваха мраморный градиент. Брал я его за, по-моему, 8. Х3. Просто Х3. Кстати, выигрываем этот раунд. Так, есть. Так, сейчас куда-то будет раш. А, это сюда. Или нет? Или да? Сейчас узнаем. Застилил. А, все, я понял, вопросов нет больше. Сет, спасибо огромное. Спасибо. Mountain Blade будет ли? Не знаю, может быть, да, может нет. Пока не знаю. Инсайдер, да, давай следующий вместе сыграем. Просто покажем, как можно играть, и все. Ну, с инфой, со всем остальным. Не с вот этой вот блевотиной, что мы сейчас играем. Окей. Все говорят, как поднять бабла. Да, Лех? Внимания не хватает, или ты просто долбоеб? Скажи честно. Ты о чем? О том, что Винлайн наш партнер, да я ебать горжусь этим. Потому что такая огромная БКшка наш партнер, и является партнером огромного количества разных других проектов охуевших, которые ты же смотришь. Чел, ты... Соболезную, короче. Что с тобой? Что это было, блядь. Last guy low. Go away, go away. Towards B. A? Okay. Yeah, go away, go away. Okay. He's mid. Terrorists win.
Thank you. Так. Оп. А он ему дроп не дал? Бам, бам. Бум, бум, блядь. One more. Хорош. One on B, one on B, one on A. A op. Clear, be clear. Что-то там у конта случилось, сейчас прочитаем. Бля, мне так по кайфу играть со скаутом, просто пиздец. Вы не против, я поиграю с ним? Мне так, так с него охуительно летит. Блять, просто потрясающе. Здесь победная, я думаю. Не знаю, почему я прям скаут беру, блять, меня... Встает, бывает такое, нет? После этого говорят, блять, нахуй ты пикаешь скаут, блять, я тык-тык-тык. А мне, понимаешь, он, я не знаю, почему у меня Савика, блять, так не стреляю, как со скаут. Он CT. We got a B, go B, go B, go. Elevate and CT. Что, блять, что? Ладно, похуй. Ладно, я ничего не хочу говорить, блядь. Да, блядь, понимаю. Оп, оп, бро. Behind you, оп. I got. Окей. Thank you. Maybe B? No? Попаду или нет, Савика, блять, рискованно, он первый будет. Ебать, хорош. Най, that's okay. Rotating to you. Step mid, mid, I think mid. Elevator. Хорошая тема. Elevator. Maybe safe. I think he's safe, yes. Стоит же, да? Кстати, не знаю здесь точку сейва. Теперь знаю. О, дядя Саша, как хорошо, блядь. Счет хороший. Всем привет, привет. Здорово, Лех, только что посмотрел твой прошлый стрим. Вот решил зайти посмотреть этот стрим. Спасибо за контент. Вам спасибо, что меня смотрите. Стримы каждый день, ребят, напоминаю, все оповещения вы найдете, либо подписавшись на канал, но это не точно, потому что YouTube иногда не присылает, но вечерами я каждый день стримлю. Heart Insight, телеграм-канал, ссылка тоже внизу в описании, все туда, позже. Ну или на паблик ВКонтакте подписывайтесь, там
тоже от него приходит оповещалки. Бум, бум, бум. Давай в два ствола встанем. Блять, такое себе на самом деле удовольствие. Спасибо. Dead. Close, close. Two. One elevator and one close. Сты не вижу, блять. Да пошел-ка ты нахуй, ёпт. С такими пробегами. Autoplant. Рейзеровские наушники, я их разбил, ребят, во время КСК. Охуенный молик. Теперь спортивный, я бы сказал. Донаты приходят, да-да, я их просто читаю, ну, когда могу читать. Yeah, please. Нет, для соло рейтинга мы хорошо откалибровались. Я говорю, потом просто 1-2 человека в пати, и все, и мы как паровозы пойдем. Я думаю, мы очень быстро зайдем. Спасибо, ребят. Да, в такое время. А вы сейчас учитесь же, да, все работаете. Чего же вы не спите? От души, ребят. Кстати, рекорд сегодня по лайкам, по ходу дела, поставить. Леха фотограф, да-да-да, я крупным зумом работаю. Блять, что? А, чувак с калаша ему дал. Прикол. Wrote it enough, eh? Буст. Артейт. Нахуй эти блоки sorry, ваши, блять. Да, окей, окей, окей. Так по сути заблочил, но он не спецом, не спецом парень, нормально все. Главное победа. Nice. Почему он по мне не стрелял? Так, ладно. Да, ладно, с калашом отыграю. 7-1, паровозом идем, да. Завтра на новую работу. Поздравляю, ребята, поздравляю, молодцы. Кто меняет жизнь в лучшую сторону, красавчики. Кто проебывается, просто тот тоже молодец. Чего нет-то? Уже каждый, каждому свое, как говорится. Не помню, как правильно молик. Сколько его пизды давать. Все летит во все стороны. Wait, wait, wait. О! Бабосики. Здесь надо от ошибки играть. Самый правильный выход. Чего хотят купить? Боуи. I think A. There was one more A, sure. I follow you. Last guy was CT. Like. Woo! Nice. Yep. La 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 la. Who's need drop maybe? No. That's okay. I can do. You got 12k, mate. Yep. La 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 la
Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эх, прими как лекарство, блять. Ваш? Бум. Бам, хорошо. На нахуй. Шапку, блять, горим, пизда. Найс. В два ствола, ёпта. Давай ценись. Естественно. Все мы, знаете ли, немного каэсеры. Да. Ох, гуляй, рука. Эй, бля! Осуждаю. Все везде испохабите. Все. Как вам не стыдно? Вот я... Я, ну, много такой, конечно, но нет. Бля, хотя кого я, сука, обманываю? Все знаете про меня. Что смотрите? Two mid. Two mid. Жесткий флик, жесткий, влево, вот так. Прошел, что ли, сразу? Short on... Бля, где тима? Пиздец. Блять, начальники. Пиздец. Очень нам больно, блять. Ку-ку. Ну, блядь, ну что там нахуй по таймингам? А! Nice try. Bad try, sorry. Can drop? No, man, it's alright. Take. That's okay, girl. Let's go! Надо было играть свою игру. Своя игра. Надо по это, ну... пожестче играть. Надо прям, знаешь, прям, ну, как вот я обычно играю. То я, блядь, что-то забиваться начинаю. Надо играть такую прям, дерзкую. По замочную скважину. Ла-лай, ла-ла-ла-ла. Ла-лай. Блять, вот здесь щелк, 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 щелк. Нормально, нормально. Я так и хотел, кстати. Но если кто-то не знает, может быть, кто-то подумал, что я промахнулся, это все пиздеж. Именно так я и хотел. Хоп! Щи-на-на-на, оп. Да че вы, блять? Вот раз дал. Два дал. Все, и похуй, все полетели. Я хай, блядь. Парни, давайте. О. Хули, как говорится, не всмог, да? Как не в голову. Не знаю. В КС-ке было попроще. I play B. I play A2. Не понял, ну ладно. Вроде флик. Вроде хороший, вроде попал. А куда хуй знает. На какое звание он откалибровался?
Название «Мой господин». Оп, оп. Hey, Ron, steps. Я понял, блядь. Так, и какое-то говно за 10 рублей продается к 100. Сразу прям сходу дают. Пиздыч. Так, за 10 рублей уходит скин. Потрясающий, one more right. Чё по времени, как дела? Моё звание, да, завоеватель. Можно вот так вот сделать? Или просто bad boy. Тимофей, так не работает, родной. Мы же играем рандомно. Так что вообще похуй. Вап-тап-ти-ба-ду-дай. Вап-тап-ти-ба-ду-дай. Крам. На-н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 а. Red. He's very red, блять. Too red. Ну? Ну, блять, ну серьезно? Рванул. Они разом все исполнить... Хотели ничего, блять, что еще происходит? Потрясающе, блять. Просто потрясающе. Поехали, че, плейди. Поехали. Берем нашу родную. Властелин очка. Эпигатор 228. Я кручу тебя, мой родной. Нет. Нет, стоят. А, пиздежом пахнуло. Может быть, Б. Давай, поехали, пацаны. Я готов. Я понял. Я не готов. Бля, 9-5. Давайте без исполнялого, а? Сделаем все по красоте. Shorts. 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 Попал? Я очень люблю Counter-Strike. А, как нравится долбиться в задницу, блядь. Каждый, вот это вот, говорит, музыка у меня играет на репите просто постоянно, блядь. Это просто потрясающе. Потрясающе. Я говорю, китайцы делали, блядь. Просто вся карта. Да, да, да. Во взрывы, блядь. Гранаты. Хули нет-то. Когда да, би. А здесь он, блядь, попасть не может. Здесь у него кома наступила. Ладно. Но счет-то 10-5. Значит, мы сильные, мы можем. Бомб. One more mid. Two mid. One should be low. Я не понимаю, что происходит. Nice. Good job.
Оп. Оп. You want them? О, на доске. Жду видосы с магазинов с Артемом. У нас отснятый ролик, он просто его пока не выкладывает. А так, да? Пам-пам-пам-пам-парарарарарам. Так, а можно уже начать пездочи ставить, нет? Петля? Don't come easy to me. I love you. Что-то там easy. Ля-ля-ля-ля. Инфо? Б пустая вообще. Мед, курва. Uh-huh. Курва, блядь! Спалился. Вот она, блядь! На нахуй. Еще один, блядь, прыгай. Не ошибешься, сынок. Мед. Да хуйца, он сюда зайдет, блядь. I drop your info. Амзе, спасибо огромное. Take. Здорово, здорово, здорово. Здорово, поцеловал. Да, Амзе, здорово, здорово, здорово. Лёх, как определиться на скинов, когда ты... Так на маркете новая функция, там тебе все предельно понятно скажут. Или просто сопоставляешь, за что сейчас продают все цены. Вроде же предельно все просто. Бум. Ага. Все, я понял. They have it. Я прочитал в газете, как бабочка родилась и взлетела над стадионом. Торпедо! On top of the book. Default one. Шикарно. 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 То как? Шикарно. Прелестно. Охуенно! Подскажешь, как убрать микрофризы? Их вроде и нет. Ой. Поехали. Я несу, несу, несу подарочки всем. Кого, блядь? Всем детишкам, всем, всем, всем. Мелочевка продалась. Апельсины, мандарины, прянички и огромный манда-манда-мандарин. Поехали. Нагнетает. Пиздец, максимальное нагнетение, блять. Бам. Ну конечно, блять, конечно, ёпт вашу мать, блять. Я эту КС просто рот ебал нахуй с их, блять, физикой, со всем остальным. Если, блядь, эти петухи, нахуй, из Valve не начнут, блядь, нерфить, то есть с дробовика вот это вот нормальная стрельба, блядь. На пол ебучие карты. Какие же вы ублюдки, блядь. Сгалила какая-то... Что, что, блядь, происходит, а? Господи, блядь. Мои, нахуй, куда, как это вообще, блядь, что это за хуйня? Чел, блядь, выходит с Галила, хуярит... Просто какую-то, блядь, шару попадает два раза в голову. Go. Что, блядь? Что здесь у вас нахуй происходит? А? Окей. Ох, блядь.
A-ram steps. A-ram steps. Все, пиздец. I'm leaving mid. Leaving mid. Ла-ла-ла. Пиздец, никого, блядь, нет. Помянем. Калаш забрали. Допустим. Допустим. Блять. Твою мать. А мне похуй, я тактик, я стратег. Я вот одного не понимаю, вот они выходят, да? Они, последняя инфа была, что я сверху. Вдвоем выходят, на меня сюда смотрят. Как это, блядь, работает? Как нахуй это возможно? И вот эти вот хеды на ходу через пол карты у людей начнет гореть пиздец. Я не понимаю, как это работает. Может быть, анимация так показывается. Но тогда как двигается моделька, понимаешь? То есть, ну как-то есть же какое-то, блядь, понимание, да? То есть, как нахуй? Не может же просто так это работать. Правильно? Правильно. Отсюда у меня возникает очень простой, блядь, вопрос. Как? Непонятно. А давайте мы доиграем. Заебись, я соло нахуй. Я понял. Ну ладно. Мы если не начнем сейчас что-нибудь делать, то это мы сейчас еще и проиграем. Сейчас, парни. Могу очень просто на чат смотрю. Уи! Бум, блядь. Бум, бум. Как там по двум хедам? Есть, нет, блядь, инфа, ты умирать собираешься, дурак. Я не знаю, достанет меня здесь, нет? Да. Не знаю эту карту, ребят, вертига. Пока надо ее учить еще. Раньше здесь не доставало, сейчас достает. Так, пора брать секретное оружие. Потому что я люблю аниме. Я очень крутой. На-на-на-ра-на-ра-на-на. На-на-на-на. Ля-л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 я. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Аниме на первом месте. All on A. Except one. Who was mid? All on A. Окей. Минус нахуй все. Так. А, тьмы уже нет. Я ебал его в рот нахуй все это, блядь. Guys, what's happened? Ну ладно. У них на заходит уже какой, восьмой раз подряд? Сейчас просто на допы мы уйдем, если что. Maybe stack it.
О, стак A, окей. Ну, сейчас пойдут на Б. Я же говорю, это ну, я не знаю, блять, как это происходит, как это возможно, и как вообще это нахуй творится. То есть, ну, просто, блять, тип бежит, он на ходу ставит каждый раз хед с калаша. С Галила, с калаша, с любой хуйни он ставит хеды. Ну, как вот, допустим, я не понимаю, блять. Ну, допустим, для меня это секрет. Может, кто-то класс понимает. Я, к сожалению, не могу эту хуйню понять. Flashing. Flashing. Это допа называется. Это, кстати, не в дым убийство сейчас было. Это нам всем показалось. Это нам всем, блять, показалось. Поехали допа играть. Я говорю, я не могу понять. То есть ты стоишь, чел бежит с калашом. Где физика стрельбы из КС-ки? В CSGO такой хуйни не было. Я не то, что там что-то говорю, я просто констатирую факты. С этим сталкиваются множество киберспортсменов. Как это контрить, блять? Как против этого играть? Никто нихуя понять не может. Потому что, ну, блять, а как? Ну, типа, ты стоишь, чел выходит, просто бам. Все. Типа, и все, и пиздец. А как? Ну они дальше, блять, просто а, идут и все. Им вообще похуй. Почему, я не понимаю, моликов нет, блять, или что? Ну и все, что. Ой, блядь, я понял, короче, пойдемте нахуй отсюда. Просто нахуй потрясающе, я даже хуй его знаю, что сказать. Лучшее, блядь. Хорошо, давай я встану сюда. Ты умирал, заходя за стенку? На том стриме было, на этом. На том два раза было. Полностью я был за стенкой. А регает, как будто мы еще не зашли. Да, уже было такое. На том стриме прям был наглядный пример на Ancient, да, по-моему. Блять, гениально. Пиздец, где были другие люди? Сейчас инсайдер, сейчас. Просто пиздос, блять. Уродов, блять. Продолжай также хеды ставить. Каждый божий раунд я этого пидораса буду репортить, блять. Хотя я думаю, что вообще не в нем дело. Мы въебали эту игру. Блять. Я не понимаю эту хуйню. Я не знаю, может быть.
реально с говном играет. Может быть, блядь, чел просто, я не знаю, поймал бога за яйца и так начал стрелять. Хуй его знает. Я не понимаю эту хуйню. Я не могу понять эту стрельбу, блядь, ебаную, как можно с калаша так ставить. На каких-то обоссанных непонятных званиях, блядь. Здесь им нехуй вообще давать. Too short, блядь. One more short. Nice. Я вас, блядь. Ну выйди, пик, блядь, блю! Урод нахуй! Блядь! Просто продал нахуй. Going bait. Пиздец, блядь. Ой, блядь, ну ты гнида нахуй, а? Ебучая, блядь. Я говорю, поэтому надо стаком играть. Блядь. Смог нахуй, ёбну раз. В лоб, блядь. Я восхищаюсь им. Bro, chill. Да, да, да. Да не, понимаешь, здесь я всегда думаю о турнирах. То, что там сейчас мы выиграли, проиграли, похуй. Как на туриках. Ты представляешь, сейчас люди, киберкотлеты, которые дохуя играют, побежали играть в CS 2. И они начнут получать вот такие ёбычи. То есть, допустим, за что я уважал Доту, всегда уважал, как бы это смешно ни звучало, уважал за одну вещь. Блять, там нету вот этих вот, знаешь, рандома. Сникером. Там нет какого-то вот... Там просто, если играет команда, играет. Если у тебя команда долбоебов, или ты сам не играешь, то ты не играешь, ты просто проиграешь. Как бы все предельно ясно и понятно. Ну... Ничего не говорить не хочу. Вот. Здесь сейчас стало еще более рандомно все. То есть вся игра стала не то чтобы рандомной, а ультрарандомной. Она про... Ну, вот чувак вот сейчас вот опять он ходит. Он ходит, стреляет. Он на ходу стреляет. Плюсом, это тоже огромный такой как бы момент, да, то что они не сделали новый античит. И как бы... Ну... Все такие, о, здорово, CS 2, а что там по читерам? То есть, мое мнение, я говорил, Valorant ебет CS по всем параметрам. Если бы там не было всей магии, и это была обычная игра, нахуй бы ушли в нее. Они сделали как бы, ну, давайте мы отличимся, хорошо, давайте. И, собственно, вот они сделали. Взамен, ну... Часть аудитории ушло. Эта игра очень популярна на американском, да, сегменте. ГГ. И нихуя не популярна у нас. Поэтому отсюда у меня очень обычный, ну, самый простой вопрос. И вопрос этот, ну, ультра простой. Что там по бизнесу? Насколько это выгодно и насколько это здорово. Понимаешь, то есть насколько здорово дальше продолжать ебать свою комьюнити. По поводу долбоеб, который ливнул скатки. По поводу работяг, которые типа... Я не помню, это он или не он. По-моему, он. Сейчас. Я не уверен, что это он. Наверное, он. Хуй знает, наверное, он. Сейчас попробуем. Да, это он. Вот сейчас посмотрите, как можно играть вместе.
И я думаю, что все последующие игры, это сейчас будет, скорее всего, игра в одни ворота, потому что со мной сейчас чел будет играть 4,5, по-моему, у него 4,5 или 4,7 тысячи элла на фейсте. Ну, бешеный типок. Я поэтому что думаю, то что... Блять, и знаешь, о чем я сразу прям параллельно подумал? А как играть сейчас в пати? Смотри, причем у меня так, знаешь, как осенило меня. А как играть в пати, да? Если есть чел в пати с читами, то есть ты можешь не знать, что он у тебя с читами, да? Он у тебя с читами, его банят, ты тоже получаешь бан. Отсюда у меня очень простой, ну, ультрапростой вопрос. Типа, а как? Поэтому как бы, ну, как-то так, понимаешь? Да. Как, вот как вы считаете, вот, а как с этим бороться? Это больше, знаешь, тема для размышления для всех абсолютно игроков, от мала до велика. А как? Ну, ты взял человека в пати, он взял, хуяк, читы подрубил, его забанило. По идее, тебе тоже прилетит бан. А как тогда бороться? То есть, если у тебя пиздатые скины, тебе не варик играть в пати? Или как, ну? То есть, как ты можешь быть уверенным в том, что чуваки играют, допустим, без софта? Нихуя непонятно. Ну да, типа... Нет, как бороться с этим? То есть, люди взяли, как бы вот это сделали, а как? То есть, что с этим делать-то? Да, и типа... Раньше там, допустим, Элла, да, откатывали. А сейчас? Можешь привет Володе Гаврилову передать, да. Да, здорово, парни. Говори, инсайдер. Говори просто, играй. Ну, все, идите на Б, я мид. Все, поехали. Ребят, у нас хороший игрок, просто его слушайте. Быстро заканчиваем, мы паровозом проходим катки, все. Фастом, улетайте. Бать. Ставь. Каким-то. Вот это сейчас будет бешеный просто буст. По железу банить. Во! Кто Шановье считает, что. А, слушай, здорово. Здорово, я и не постарался даже. Его Артем зовут. Артемка без микрофона? Микрофоном. Не хочешь не говорить. Секретный Артем. Артем, а ты тащить умеешь? Будешь тащить? Не, не слышно. Не, не слышно. Да похуй, перезайдешь. Ничего страшного, наверное, в настройках микрофон не поставил. Тоже, видишь, типочек веселый играет. Ты что, мед? Окей. Шорт, много шорт запушили все. Угу. Шорт. Странное, блядь, решение. Шорт, блядь, пушить. Хорошо. Вот примерно вот так вот катки. У меня вопрос. Будет ли вам интересно смотреть такие катки? Я не против собрать свой стак сильный,
такой бодрый стак. Я давно это говорил. То, что я откалибруюсь сам, но бахаться будем этот. Как вы считаете? А он, кстати, их даже в чате узнают. С Инсом и Тёмой попался. Будет интересно так смотреть. Я могу ребят звать каждый раз. Нет, то, что по железу петухов на читах банить, это железобетонно. Это, блядь, 100%. Прошлое также начиналось. Не-не-не, здесь я в пати первую катку, я играю в пати. Здесь лютые типа играют, я же говорю. Вам же сказали, что здесь, блядь, играют там 4-5 тысяч элла. Это, ну, уже уровень киберкотлет. Причем не полупро, а, ну, про уровень. Здесь бешеные играют. Мы с ними, блядь, ну, очень много поднимем элла. Если Тёмыч сейчас еще микрофон сделает, но я думаю, он сделает в следующей игре. Там будет вообще все игры, будет 16, ну, 12-0, ой, господи, 13-0. Это железобетонный, я просто знаю, что это за люди. Я сейчас встаю, на себя байчу. Дальше он выбегает, этот тому ебало вешает. Они еще ни одного килла не сделали. Вообще ни одного, понимаешь? Let's go, let's go. По-моему, взорвусь, да, здесь? Пол хп, чуть дальше пита снимает. Ник знакомый, блять, откуда я этот ник могу знать? Блять, откуда я его ник знаю? Какой? Крэнк, блять, где мы с ним могли играть? Ты знаешь Крэнка? Не знаю, но ник пиздец знакомый, но он такой, он узнаваемый. Ты из черепашек. Он меня рейдил в 2015, я стримить в 16 начал. Гайпер PC. Где мой компьютер, нахуй? У сука. Я заебался ждать комп, блядь. Вот вы и попались, блядь. А, блядь, горим! Хорошими игроками, кстати, сразу по-другому играть начинаешь. Сразу. Обещает мне, блядь, 2 года компьютер, у сука. Зажали для деда комп, блядь. Ладно. Будете потом плакать? Давай мы тебе, дедушка, комп дадим. Все. Мне уже будет. Не надо. Да, я такой. Я вот могу обидеться и все, губы надуть и все. Тёмыч, сколько элла? Ясно. А есть еще у вас стак соберется? Можно прям под каждый стрим взять, сделать прям паровозом. А, вас дохуя, да? Все, парни, тогда... Знаешь что, мне надо контакты чинить, и можно будет хуярить прям каждый стрим просто. Пролетим вообще без лузов. Можно с этой катки прям винстрик начинать и все. А у тебя какой график? Какой график стрима? Все трое. Каждый день, брат, ну какой график? Каждый день вечерами я ебашу. Коллеги, видите, тоже стрим начался, все, поехало. Хуя он. Дает, блядь, базу. О, типы, кстати, первый... А, нет, вот первые килла они, да, сделали только. Счет уже 4-0. Да я шучу. Господи, конечно. Оп, сети. Блять, может кухня быть.
Прям похуй, он идет, просто топает. На нахуй. Три подряд муж таких поставил. А сейчас слышно? Да-да-да. Да-да-да, слышно. Привет. О, все. Привет. Где мой компьютер? Молчишь, стыдно. Заебали, блять. Сколько я его жду. Хотя нет, не жду, ладно. А что у тебя за компьютер? Блять, да мне хайпера обещали компьютер уже, я не знаю сколько, два года назад, наверное, блять, и слились. Жди. Да, охуительно. Я уже купил сам, блять. Андрей. На каре. Шорт, виндоу, виндоу. Найс. Акари был ласт, ребят, не знаю. Кон ловочкой. Нахуй происходит, блять. Все стали игру жизни играть, я понял, блять. Здесь достанет. Грызаются сучата. Мамка, привет. Привет, дорогая. Блять, лол. Сайт, а сколько у тебя последний раз Элла было? Кто последний? Ранний раз, когда играл, сколько Элла было на фасике? А, слушай, ну у меня было 3900. После того, как КС-ка вышла, у меня, короче, 1000 списали. Сейчас 2900, а смог сидеть. Я смог, а, окей. Давай, я пошумлю, выходите. Охуенный смог. Проебучий, блядь. Знаете, он... Блядь, счастливчик просто. Джангл убили, сити. Я убил его. Ребят, у кого в чате тоже 3900 есть? Плюсаните, пожалуйста. Кто чисто на фасике по фану гоняет с пацанами со школы. У кого что у тебя всё с Элло, Лёх? Блять, да побойся бога, ёпта, там нисколько. Вообще нисколько. Но я сейчас, короче, ну, инсайд. Слушай, я не заходил даже. Знаешь что, я, короче, ну, когда задротил жестко, блять, прям. Там, по-моему, до трёшника мы доходили. Второй, короче, мы, знаешь как, если... Я сейчас скажу. Короче, я сейчас хотел возвращаться, ну, в такую игру, бодрую. Вон, смотрю.
сказать. Хуяно, блять. Давай челлендж, сделай килл с ножа и Зевса, и получишь скромный подарок. У тебя есть 6 раундов. Второе зерновка, да, легко, поехали. С ножа и Зевса. Давай, давай. Гоби. Давай так, если я выиграю этот подарок, я его отдам зрителям, ладно? Любой, который ты подаришь, даже если ты $1 миллион подаришь, я его разыграю среди зрителей, окей? Блядь, еще смог, дай еще один. Блядь, не знаю. Шорт. Что, бро, делаешь? Half HP. Я максимально буду ждать тебя. Угу. Один шорт, один бенч. На каре. С первого. Лёх, пачка какой-то, харай. Сорян, брат. Я же здесь параллельно челлендж сделал. От зерновки. Блять, похуй вообще. Знаешь, чисто на лайте, блять. Спасибо за челлендж. В любом случае, похуй какой там подарок, но огромный. Зерновки тоже привет. А, он тебя слышит. Здорово, там подписывайте, да. Если, короче, я в видосе, здорово всем, пацаны. Ну а чё, мне, я человек простой, мне сказали, Лёх, сделай. Ну надо сделать, всё-таки зерновку давно знаю. Пиздец, актеры в катке, ясно. Слева. Шорт, бро, шорт. Да идите нахуй. В окне слева. Ой, хорошо. Блять. Шорт. Half HP, half HP. Не, мы ни о чем не договаривались. Блять, огрызаются, сучки. Ладно. В принципе, затеров мы 6, да, взяли. Хорош. Ну ты дал, ну а чё он говорит? Зарежь с этого 6 раундов. Ну хуя мне 6, когда я с первого сделаю? На самом деле, хуй знает, как так сделать. Вот реально, он, блядь, самое тупое стечение обстоятельств, которое когда-либо вообще у меня, наверное, было. Прикиньте, чувак говорит, просто сделай, и ты просто берешь и делаешь. Чисто постановочный раунд, да. Все взяли, решили это... актеров включить, театралов, блядь. Обидно, если фейк, да почему обидно? Ничего страшного. Наоборот, прикольную идею дал. Все поулыбнулись, все, ну, угарнули. По-моему, круто. Я спокойно, ребят, к этому отношусь. Фаербокс убил. Чего? Голова. Попал. Убил. Хорош. Сити, открою дым. Никого. Чё, ставлю? Закрыл сити. Никого. Кто смог дал? Не я. Он, это он. Смогу. Что он как-то это
прошел. Заныкался. Он с КТ вышел? Может, он такие тайминги силы словил, вообще лютые. Я считаю, что Фейст это гнилая платформа. Ну ты хоть ну, обосновывай чем-то. Бля, босс не пит, плиз. У любой платформы есть свои минусы, но... Там тик хороший был. Сейчас не знаю, что там. Бля, хамуха. Палас. Сейчас, 5 секунд. Подгорела, дура. Домой, нахуй. Еще один на... Лех. На палосах был. Спустился, говорит, фаербокс. Под палосом. Блять, ну что он вешает, а? Джангл. Один джангл. Понял. Пит, по-моему, был, нет? А. Какая-то раскоряка, блядь. Не-не-не, отбой. Блядь, накидали. 5-7. Огрызаются. Неплохие ребята играют. Согласитесь? Ребятки-то играют, блядь, бодрые ребята. Ну, кстати, за выполненный челлендж можно палец вверх и подписаться. Я такие челленджи приветствую. А ты сыграешь в окне? Все. Ну, у меня первое. Давай я сыграю. Давай я разобью. Похуй, давай. Да забирайся, я в коннекторе тогда сыграю, хорошо? Отдай окно, давай я попробую. Не могу шарта, сыграй. Давай. Я тебе Лёх шарта помогу. Давай, не вопрос. Я на инфу чисто сыграю, постараюсь не умереть. Просто, если будем, ну, вместе играть, я тоже по-другому играть буду. Причем очень быстро. Мне, я думаю, 2-3 стрима я... Ну, немножко у меня и стрельба подтянется, и все остальное. Просто одно дело играть по фану, там, с овощами, другое дело, блядь. Фулстаком катать, это вообще пиздец будет. Калибровался фулл рандом, да. Калибровался, ребят, фулл рандом. А так, ну... Яма один. Ям. Мид пусто. Это яма дохуя. Двое вышли уже. Фарбал. Все. Все там. Один яму ушел. А, фаербокс яма. Сколько додики, а? Блять. Да. Думал туда тоже тап, но не залетело. Против нас жесткие тоже типа играют. Блять, очень хорошо играют. Жестко, пиздец, жестко. Не знаю, как нарочно такая, прям наша катка попалась, блять. Лютая. Ну, яма двое. Они дальше побегут, ты хочешь сказать? Даже так. Пойдут, да, провозить. Заебёте, блять. Это играет, охуенная какая-то команда. Да, уже. Что, какие-то потные хуесосы, нет? Да, нормально, что выиграем. Да нет, то, что выиграем, это 100%. Блин.
быстренько их потреплю. Два каленых остались. Луфт, стой, окей? Play. Affirmative. Thank you. Ну, флешку тогда накину тебе, пикнешь. А, фулл-пати против нас. Где? Пит? Не-не-не, это за окно. Ага. Давай. Блять, поздний тайминг будет окна. Шотик виндом. Давай. Есть. Он все решил скинуть. Шел с меда. Ушел, палас. Я не понимаю, как он, блядь, живет. У него грена залетела просто. Я не могу понять, как он, блядь, выжил. Это секрет его. Нет. Кон? Кон. Тупалос. Один уходит, один остался палос. Кон, смотрю. Кон пусто, это Б. Один с ТС спавн ушел. Кон. Мужики, кон. На тэшке. Вот они, два прострела. Еще там же. Еще дурак там. Поживем. Иду. Я думаю, он уйдет. Или спрыгнул. Блять, наверное, спрыгнул. Наверное. Хуя не точно. Еще продалось. Да. Блять, немножко не успел. Чем он был? Может там что забрать? Дропнуть? Калаш. Давай, парни, да, дропну. Хорошие ребята попались. Хорошие. Я говорю, я как скаут беру, начинается какая-то просто лютая садомия. Начинаю прям, ну, хорошо стягать. Почему не покупаешь диффуза? А это мой секрет. Разбейте окно, андер запушу. Как 3600 элла, говорю, ВХ. БББ пушит. Все. Я вообще никого не вижу. Еще там же. Найс, хорош. Шот. Флешечку. Давай. А у меня нету. Давай, я выйду. Давай. Завтыкала дура. Хорош. Как там на фейсте, мужики? 10 лузов, одна победа, блядь. Блядь. А, никто не идет. Сам себе разбил, сам зашел. Мид. Мид есть? Аккуратно. Флэш дал, мид. Бум. Два пит.
идешь нахуй. Sorry, sorry, I'm behind him. I'm behind him, I'm behind. Стэн, бро. Вот это, стэн, стэн. Блять, попал, попал. Забирайте его нахуй. Яма, ям, пик, яма, яма. Петарду они въебали. Потеют, потеют, сука, на 2К ММР, блядь. Жесткие ребята играют. Ой, я прикинь, вы что-то решил, типа. Давик, дальше тренить. На. Лебровка 8600, ребят, прошли. Сейчас со следующей игры. Короче, со следующего стрима играем стабильно. Я думаю, завтра вечером играем. Если вы не против, если вам интересно это, то играем. Как они, блядь, называются? Короче, уже в пате. И именно бустим. Бустим ММР и всю остальную хуйню. Короче, уже жестко играем. Я думаю, мы очень быстро до 15 тысяч мы долетим прям, блядь, просто на ноге. Если вообще не проигрывать, хуярить, то мы очень жесткие, блядь. По-моему, там же. По-моему, пался. Может, нет. Может, девайс ушел. Сука, но он в палосах стоит. Аж тебе пишут, ты с ВХ играешь. У меня стримчик включен. Мне без разницы. Нормально. Ты, кстати, где стримишь? В случае не на Твиче? Не, только Твич, сегодня Твич создал почти. Ну как создал? Так, просто смотри, немножко, ты просто смотри, братан, я этот, как он его, забанен на Твиче, смотри, хочу. Аккуратно. Ага. Я хуйнули банами, блядь. Да-да-да, на Ютубе вообще без проблем, да. Ну все. Там только по жалобам банят. Ну да, если долбоебы зайдут, ну типа, ну такое, это спорная хуйня, знаешь, типа на усмотрение. Найс. Пит. Блять, почти довелся. Прям чуть-чуть. Слабо, надо еще потренироваться. Пит, гайс. Пит, пит. Пит и Теспал. Пит идет. Черт. Рендер. Ту пит. Half HP, go inside. Bomb has been planted. Хорошо. Бля, ВХ по-любому. Раунд. Да, спита идет. Нормально. Не спеши, другалек. За что забанили на Твиче, я не знаю, там 2.5 года не стримил. Зашел, и мне на 31 декабря взяли, Твич забанили. Я вообще там не. Я в коне поиграю. Слушай, если разобьете... Гайс, дестрой? Нет. Дестрой вендул. Я лол на орблю. Хорошая игра. Спасибо, родной. Два-два-два, на старте. Хорошо. Мид есть? А, мид забрал, все, понял. Элоса заберу. Понял. Формалей, здравствуй, ребят, сейчас, одну секунду, не обижайтесь, сейчас я... Кто тут?
Пусть выходит похуй вообще. Давай, приемчик. Давай, принимай. 10 хп я тебе оставил, и палос. Клатч. Палоса? Да, был. Стрелял мне. 10 хп. Ой, иди нахуй просто, а. О, НТ. Сори, блядь. Ай, блядь. Не, ну видно было, да, в голову выстрел. Рега, блядь, подвела. Я андер запушу, разбить просто. Можно расписаться в стиме? Правда, нахер тебе мои росписи? Я чё, звезда, что ли, какая? Я обычный чувак, блядь. Типа, просто у которого много подписчиков. Чертовски красивый, скромный. Богатый. Блядь, а? Не нужна, короче, тебе роспись. Пит, палас. Зерновки скинет. Да это фейк. Зерновка сразу все скидывает. Это фейк, но даже фейку спасибо. Зерновки передайте, что у него хорошие фейки. Годные, блядь. Ушел на это спам. Так, а я уже здесь, я уже тут. Так, братцы, сейчас небольшой итог подведу. Во-первых, от души вам, вы абсолютный рекорд поставили на стриме. Я убрал задержку, небольшой такой подлак, наверное, вы словили. Уже многие привыкли. Братцы, спасибо за такой онлайн, спасибо за такую поддержку. Блять, 7,6 тысяч онлайн, ой, господи, лайков. Это рекорд, рекорд, мне очень приятно. Вот, и, значит, с завтрашнего дня мы начинаем играть в КС-ку уже в пате, уже с сильными очень ребятами, так что соберем, я думаю, свою такую команду, да? Которая, наверное, как-нибудь там будет называться, если, конечно, у нас все получится, да? Ну, да, там... Просто турниры вернули, а как бы ну ладно, да, да. Значит, я думаю, вы поболеете, да, там немножко. Не знаю, как команда будет называться, да. Как-нибудь, может быть, там назовемся. Не знаю, да. Ну, так, знаете, чисто. Ну, так маленько соберемся. Сейчас, одну секундочку, я здесь просто, знаете, что-то... Сейчас, ребят, просто старость, она, знаете, она такая, она, когда в шею начинает сильно дуть, то надо, конечно, одеваться, да, одеваться надо. Да, просто, чтоб, ну, в шею не дуло, сразу как бы, ну, да. Вот, не знаю, как, ребят, будет называться команда. Ну, мы что-нибудь, я думаю, придумаем, да, подумаем. Я пока не знаю. Вот, значит, как вы будете, я не знаю, такой контент смотреть или нет, интересно или нет, но я бы очень хотел попробовать себя в CS 2. Такое вам небольшое открытие, небольшой секрет. Не знаю, что у меня из этого получится, но... Я надеюсь, что все получится. Я хочу, кстати, отдельно, уже кто-то меня смотрит недавно, да, кто-то много лет, я хочу выразить всем огромную благодарность. Я, знаете, такая аудитория очень особенная. Я когда вот, допустим, прошу, да, там, ребят, перейдите, допустим, по ссылке, я честно даже просто у меня... Можно я не буду сегодня рекламу делать Винлайна? Я, ну, специально, как вы видите, да, вот уже 3 часа там стримлю и не делаю рекламу, больше, да, даже. А по одной простой причине. Просто спасибо вам. Давайте я расскажу по-простому и все. Спасибо просто всем тем, кто переходит, кто регается. И от души, потому что при помощи этих ребят, сейчас я, ребят, в новую студию перееду, и будет уже контент с заброшками. Они также нас очень поддерживают, очень топят. И вот в закрепленном комментарии вы найдете все ссылочки. Если, ну, не сложно, то тоже перейдите, просто зарегайтесь, получите фрибет. И не надо ничего пополнять, это все на усмотрение, все на ваше желание.
Вот, так что как-то так. Значит, там сейчас они еще добавили, по-моему, акцию на Винлайне, то, что получив фрибет до 20 тысяч рублей за депозит, это типа кто депает, они еще дополнительный фрибет дают. Но я думаю, у нас много таких ребят, так что тоже такой вот хороший этот. Для белорусов, жителей России и Казахстана, отдельные ссылочки найдете в первом закрепленном комментарии, либо просто в чате. Блять, искренне спасибо вам просто за то, что вы переходите, регаетесь и выводите эти фришные эти фрибеты. Просто можно поставить, я говорю, на любое событие и вообще забить. Если выиграли, то все же сверху все ваше. Можете там похавать, что-нибудь купить или что-нибудь еще. Так что как-то так. И также я вам так скажу, что Винлайн, скорее всего, будут... Короче, бля, у меня вообще как бы подписано НДА, я вам, наверное, это не должен говорить, но, наверное, скажу, нам ничего страшного. Короче, когда в первый месяц я вас просил переходить вот по разным ссылкам, да, там, регаться на Винлайне, вы как бы, ну, начали переходить. Винлайн типа такие, бля, мы с вами останемся, и сейчас вот, я говорю, идут долгие переговоры, не знаю, чем они закончатся, но, короче, очень надеюсь, то, что все правильно. И сейчас очень велика вероятность то, что Винлайн будет еще и спонсорами следующего нашего турнира, потому что увидели, как вы топите, увидели, как вы болеете. У нас очень взрослая аудитория, и, которая со мной зачастую много лет. Вот. Ну и, знаете, ну вот здесь вот я немножко, ладно, еще в КС-очку поиграю, там такая какая-нибудь там командочка может соберется, может быть даже, знаете, я там буду участником ее. Ну и я думаю, что Винлайн как бы тоже они на нас обратят внимание, да, там. Вот, так что, ну, не знаю, правда, там пока как команда называться будет, но что-нибудь, я думаю, придумаю. Да. Давайте, наверное, на КС-стримах, да, пусть оно, знаете, ненадолго уходило. Я думаю, надо вернуть, да, потому что, ну, я думаю, что, да, просто пусть висит, знаешь, так, чисто, ну, просто как бы висит, да. Ну, без намеков, естественно, без ничего, вот. Так что, как-то так, да. А вы, братья, спасибо всем, да. И спасибо, кто по ссылкам переходит, от души.